сельем. Танюш, ты, господи, что такие тяжести таскаешь? Что за зверь? Все-таки ты дикий парень из Погорска, Паш. Мультиварку никогда не видел. Ну вот и все. Закидываешь сюда, выставляешь время и гуляй. Не, я понял, понял, Тань. Шикарная вещь, но зря ты так. Столько денег. Не хочу, чтобы ты тут у нас оголодал. Знаешь, мне вообще-то полезно поголодать. О, черт, я думал, такая тяжелая. То посуда, а нет. Не то. Так. Оно. Вот. Паш. Да? Разможет так жить уже неделю, как к нам переехал, все на коробках. Да послушай, у меня не доходят руки. Постоянно на работе. Дела ерундовые, но завалило. Ну, хочешь, я вечером приеду, могу тебе собрать. Хорошо. Шеф. Доброе утро, Борис Петрович. Да. Хорошо, понял, выезжаю. А что там? Все. Добро. Есть. Нас утро встречает убийство. Откуда знаешь? У вас загорелся. Ну, давай, беги. Анюта, приехали! Привет! Привет! Смотри-ка, даже не опоздали, и суп не придется разогревать, Женечка! Ну, правильно. Извини, Евгения, больше не буду. Пойдем салат заправлять, как ты любишь. Как я и люблю, чем майонез не хватит. Антон, где жену потерял? Выпала по дороге. Антош, ты где? Женька, куда все взялись? Анна Андреевна, здесь? Антон, Лев Борисович. Женька! Значит, все это вам снится каждую ночь. Нет, но часто. Просто вы подсознательно боитесь потерять семью, остаться одной. С чего же тут бояться? Тем более подсознательно. Семью я уже потеряла. Неправда. Антон Львович вас такой заботой окружил. А Женя, вы же понимаете, она подросток. У нее это пройдет. Раз в неделю видит мать, и то разговаривает через губу. Антоша, он добрый, но я ведь у него на шее сижу, кому это понравится? Зоя, это временно, скоро все наладится. Уже больше года у вас не было срывов, динамика просто замечательная. Да если так пойдет, вы сможете скоро вернуться к прежней работе. Это бросьте, ну, кто меня к малышам пустит? Но если вы говорите, что такая динамика, то, может, мне таблетки не пить? Ах, вы хитрюга. Нет, лечение останавливать мы не будем. И родственники за вами присмотрят. Зой! И такая чешет, никого не видит. Ну? Ой, Мира. Я думала, ты на даче уже. А я решила тебя прихватить. Как прошел сеанс? Да, нормально. А чего ты ждала? Я бы на автобусе. Зой, ну какой автобус? Ну, мы семья или кто? Запрыгивай. Добрый день, Борис Петрович. Сиди, не вставай. Хотя нет, вставай. И куда бежать? Тучина. Это недалеко. Ну, что там? Кости. Ну, захоронение какое-то нашли. Древнее?
Ну, ты и разберешься. Что-то мне все время кости перепадают, как собаки. То в Погорске, то здесь. Между прочим, о твоих погорских успехах в Москве заговорили. Так-так. И очень заинтересовались тобой. Вот если ты еще в этом деле отличишься, они тебе точно затребуют. А вам лишь бы куда сбагрить меня, Борис Петрович? Да, в Москву. Паевский, разделся? Одевайся, поехали в Тучино. Егор Гудко жил здесь один. Судя по всему, смерть наступила мгновенно. Лет-то ему сколько? 21. А вы... Ольга, старшая сестра, обнаружила тело. Галина рядом, средняя. Ясно. Я перед работой захожу иногда. Угу. Заходила, приглядывала за ним. Галка у нас в Питер уехала. А мама умерла год назад. Егор очень это тяжело перенес. Тяжело это как? У него депрессия была? Да нет, не то чтобы... Да наркоманом был. А вы сосед? Снизу, ага. К нему часто наркоша приходил. И сегодня тоже. Одноклассник кого? Как его звали? Это Юра, наверное, Сотников. Он и правда таскал Егору таблетки. Понятно. Ольга, Галина, вы не могли бы тут все осмотреть? Может, пропало что? Ну все, тело можно вывозить. Тело? Господи. Анализы, конечно, точнее покажут, но по первичным признакам парень действительно был. Под наркотой, я понял, поэтому не сопротивлялся. Надо найти этого Сотникова, причем срочно. Галь, смотри. Так, руками ничего не трогать. Что там было? Там должны были быть сережки. Мамины. Зеленые с камушками. Да, он все уже на таблетки спустил. Ну что бы он не мог? Он не мог. Вы постарайтесь успокоиться. Если их украли, я их найду. И убийцу тоже. Спасибо. Че, а кто обнаружил-то? Черт его знает. Анонимный звонок был в диспетчерскую. Че, могила такая странная, с бетоном? Дешево и красиво. Да в наших местах издавна так хоронили на кладбищах. Медведей раньше было много, они в голодные годы могилы раскапывали. Че, сейчас есть медведи? Не, повывелись, не бойтесь. Сейчас просто по привычке бетоном заливают. Интересная традиция, значит, что-то из местных прикопал. Вам бы уже, Татьяна Григорьевна, московские традиции пора изучать. Там ведь как хоронят? Золотом сразу могилку заливают, небось, и... А ты чего имени Москвой тычешь? Завидуешь? Или избавиться хочешь? Думаешь, новый начальник получше будет? Ну, куда лучше-то? Ну, что я могу сказать? Это мужчина. А куда Татьяна уехала, не знаете? На картошку. За городом какую-то кучу костей нашли. А Светлова у нас по костям профессор. А сама как кость. Ну так везуха. Лучше костями заниматься, нежели наркошами, которые режут друг друга за бирюльки. Ну правильно. Это мелковато для тебя. К нам же самый крутой следак из города Кукуевска приехал. Надо прибережь для него дело века. Убийство в Восточном экспрессе, а? Ты радости, дурак, что легкотня досталась по горячим следам. Товарищ капитан, Сотникова доставили. Так быстро? Ну так веди. Так он это, не алло, смотрите. Вы понимаете, в чем вас обвиняют? Не, можно я посплю, пожалуйста? Красава. Поспи. Веди его в камеру. Проспать? Да не могу. Давай помогу. Господи. Очнись! Чудила! Странно, если он в таком невминозе, значит, после убийства он вообще слова «мам» не мог сказать. И отпечатки с ножа стерт. Как догадался-то? Спинным мозгом. Со мной такое бывает. Я когда знаю, что Женьку скоро увижу, начинаю дрожать. А ты не дрожи. Все будет хорошо. Как всегда.
Смотри-ка, что там? Где? На берегу. Полиция, кажется. По-моему, что-то копают. Как личность установим, надо будет с фотографией в ближайший поселок обойти. Может, кто-то узнает. Когда ты ее установишь, эту личность? И с отпечатками пальцев, Танечка, я тебе сильно не помогу. Смешно. Да. Разве только поднять каждое заявление двухлетней давности о пропаже и взять ДНК у родных? 2 года тут лежит. Около того. Значит, будем у всех анализы брать. Причина смерти? Предположительно, ЧМТ. Череп проломлен тупым предметом. Точнее сказать не смогу. Может, его вообще до этого отравили. Что-нибудь еще? Да вот пальцы на правой руке сломаны. До этого, думаю, что они были зажаты в кулак. При жизни? Нет, сломы почернели. Сломали совсем недавно. И плиту кто-то до нас поднимал. Привет! Привет, я сам закрою, Мир. Антоша. Привет, Зоюшка. Здравствуйте, Лев Борисович. Никак невестка моя наконец-то пожаловала. Даже 2. А, здравствуй, Зоя. А, Анна Андреевна, вы простите, Мира из-за меня опоздала. Да ничего. А где Женя? Она в комнате своей с Варькой разговаривает. А. Ну чего ты? Сама к ней зайди. Да, она разговаривает, я потом. Да именно. Давайте в дом. Ну вот с чего ты взял, что твой Сотников был в таком же невминозе? Может, у него как раз просто денег не было на дурь? А он Гудко пырнул, бирюльки забрал, кому-то их загнал и на эти бабки закинулся. Так это Сотников таскал на наркоту Гудко. Значит, деньги у него были. И кому он мог загнать бирюльки рано поутру? Ну, мало ли, может, он сговорился заранее с каким-то барыгой или еще чем-то в этом роде. Не-не-не-не, это не работает. На момент смерти Гудко был закинут по самое не хочу. Ну тогда что Сотникову тогда не хватило? А? Ну, на камере же видно было, он практически на корячках выползал. Ну, тоже логично. Вряд ли. Ну, это получается преднамеренное, да? Но он не стал бы тогда так закидываться. И сережки у него не нашли. Короче, надо искать этого барыгу. Богиня зашла и осветила. Все равно без дела маетесь. Хоть кофейку налейте. Надюш, может, что покрепче? Взболтать, но не смешивать, да? Не сегодня. А с вами мы еще не знакомы. Я здесь недавно. Капитан Требушко. Будем знакомы. Очень приятно. Меня зовут Надежда. Можно просто Надя. Ясно. А вы, наверное, стажер, да? Ой, дурак ты, Паша. Пашка, прикусил бы ты язык, но посмотри, Надежда у нас самая загадочная, самая таинственная, самая секретная. Руководительница отдела наружки. О. Без сахара. Вы извините, я не хотел вас обидеть. Вы просто так молодо выглядите. Вы умеете общаться с женщинами. Вы прощены. Павел Требушко. О, а это похоже на следы от этого, как его? Металлоискатель, да. Молодец, Вень. Давай, звони в отдел, пусть пробьют, кто сегодня звонил в диспетчерскую. Ага, понял. Так. А вы, Павел, к нам из Погорска один приехали? Или с семьей? Пока один. Вень, повиси немножко, сейчас ответ придет. И правильно. Одному-то лучше. Да нет, просто я ведь не такой секретный агент, как вы. А это кто у нас там хохочет? Неужели Наденька зашла, а? Ага, давай, давай, пишу. Да. Короче, аноним у нас оказался, ну, прямо очень анонимный. Но сегодня он звонил Фалееву. Антиквару. А вы знаете другого Фалеева? Я много чего знаю, поехали к нему. Давай. А что у нас Надюшка в отделе забыла? А вы что, не знаете? Она мимо мужских новых кадров не проходит. Но вы не беспокойтесь так, Татьяна Григорьевна. Она поиграет, как всегда, и бросит. Ну, слава богу. Между прочим, вы, Павел, заглядывайте к нам в отдел. И я вам по секрету скажу, где он находится.
Спасибо, Надя. Загляну обязательно. Просто у нас в нашем Кукуевске никогда не было такого полезного отдела. Ну вот видите, плюсы работы в области. А вот куда тебе точно заглянуть, так это к Фалееву. Он, кстати, по делу Светловой промелькнул. Фалеев — это кто? Солидный человек. Владелец антикварного салона. Краденое скупает с превеликим удовольствием. Барыга, то есть? Большой друг нашей конторы. Сливает своих клиентов нам по-тихому. Информатор. Спасибо, но это ж тема. Адресок дадите? Алябьева 10. Класс. Надя, было приятно познакомиться. И мне. Женька, ты даже поесть не пришла. Я потом поем. Ладно. А ты с Варей уже договорила? Может, погуляем? Ну зачем? Не знаю, птиц послушаем. Вдруг еще не все улетели. Перекличку устроим, как раньше. Помнишь, мы с Удодом разговаривали? Удод кричит не так. И мне Мира скачала приложение с птицами для биологии. Классно. Так ты у меня орнитолог настоящий. А покажи, как Удод разговаривает. А у Вари как дела? Что она рассказывает? Ничего. Ты про меня и про Варю уже совсем ничего не знаешь. И хватит ко мне лезть. Я к Ксении не лезу. Где слов таких нахваталось? Я бы очень хотела, Жень, чтобы ты лезла в мою жизнь. Но я все понимаю и не буду приставать. Мира моложе, тебе с ней интересней. Да, мне с ней интересней, потому что она ко мне не лезет. Ей вообще на меня все равно. И всем на меня все равно. И мне на всех все равно. Я взрослая, понятно? Понятно. Простите, не припоминаю. Я в курсе, что вы очень хорошо знаете моих коллег. Поэтому у меня вопрос деликатный. Вам сегодня никто, Сережка, не приносил такие старинные, с зелеными камушками? Нет, не было таких. Ну что ж, если кто-нибудь их принесет, нам очень важно узнать. А, да. Хорошо, хорошо, безусловно. Вещички сильно криминальные, понимаете? Да я уж догадываюсь, безусловно. Ну, был сегодня один звоночек. Mm. Ну, обещали к вечеру прийти, принести несколько позиций посмотреть. Но с чего вы взяли, что речь идет именно об этих серьгах? Кто звонил? Мужчина? Женщина? А вы знаете, у меня возникла потрясающая идея. Mm. Знаете, вы можете подождать меня снаружи. А когда этот человек придет, я из окна вам подам знак. Вы сами зайдете. И совершенно спокойно все увидите и... Хороший план. Да. Привет. Добрый день. Антош, ну серьезно. Жене это все не нужно. Что, шашлык? Это женщина, не заставляя ребенка с ней общаться. Это женщина, ее родная мать. Может, и родная, но уже никакая не мать. Ма. Депрессия – это не преступление, не мешает Зое быть матерью. В ее проблемах я сам виноват. Ее нужно было поддержать после выкидыша. А я встретил Миру. Ну, за этот грешок ты с лихвой расплатился. Сидит у тебя на шее и будет сидеть. Никто ее уже никогда на нормальную работу не возьмет, ладно? Антон, это безумие привозить в дом психическую. Это может быть... Опасно. Зоя? Ты чего здесь? Извините. Мне просто стало как-то страшно. Кто звонил вам с этого номера? Абсолютно незнакомый номер. Возможно, это реклама. С этого номера звонили только вам несколько раз за этот месяц. Ну, похоже на рекламу. Да, сейчас столько мошенников.
Да, кстати, о мошенниках. У вас тут так много занятных артефактов. Занятных? Ну, сомнительных. Осторожней, прошу вас, осторожней. Вот думаю, эксперта позвать. Что скажете? Подождите, я уверен, что мы найдем вариант, который для всех нас... И салон мы на время проверки закроем. Паш, мне нужен не вариант, а человек, который могилу раскопал. Ну, а может быть, у Павла есть предложение? Да, у вашего коллеги есть предложение. И у меня есть предложение. Вы сдаете мне абонента, я вас больше не беспокою. Я могу на это надеяться. Ну, этот парень полный идиот. Он занимается копанием. Как что-нибудь раскопает, сразу же мне несет чушь всякую. Я ему говорю, ты мне, пожалуйста, не звони, не неси. А он репутацию мне просто портит. А тут недавно он симку купил левую, и с этого же телефона мне вот и звонит несколько раз. Как звать? Илья. А фамилия есть у Ильи? Карпин, кажется. И больше я ничем помочь не могу. И дел никаких с полицией я больше не имею. Конечно, не имеете, если не будете нарушать закон. Пойдем. Что? Что еще? Так мы же... Нет, все, с меня хватит. И человека, про которого вы спрашивали, я только что сдал вот этой вашей даме. Так что с нее и спрашивайте. И салон закрывается. Хорошего дня! Тань, подожди, я с вами. Зачем это? У тебя свое дело, у меня свое. Послушай. В общем... Паша, хватит за мной хвостом ходить. Уже в управление разговоры пошли ненужные. Таня, Фалиев мне сказал, что копатель звонил и по моему делу тоже. Но я должен проверить. Мы с ним договорились, понимаешь? А если он сейчас соврал, то я пролечу из-за тебя. Вы с ним договорились? Прекрасно. Ты тоже с ним договорилась? Только по-плохому. Послушай, твои кости могут подождать. У меня человек в КПЗ сидит. Живой. Может, ты не виновен? Живой сидит? Ну ладно, поехали тогда. Хватит уж греть. Мы поехали. Поезжай в отдел, мы сами. Ой, совсем забыла. Мы же по дороге полицию видели. Да ты что? Настоящую полицию? Прямо на дороге? Вот это новость. Балда. Ну, не на дороге, а здесь у нас, на берегу. Да, да, точно. Что-то они там раскапывали. Ну что, искали древние сокровища древних тучинских викингов, не меньше? Да что ж такое-то, а? А? В порядке? Давно пора выкинуть эту рухлядь. Падает со стены. Голову когда-нибудь меня проломит. Господи, вечно ты со своим ружьем. Да. А чего оно у вас на стене-то висит? Его в сейфе хранить надо. Мира, кстати, права. Я сейф ему год назад подарил, чтобы ружье в нем хранить, и я, не чтобы оно не падало тебе на голову. Пользуемся мы сейфом. Мать там наливки настаивает. А что, темно, сухо, полки удобные. Оно хоть не заряжено? Ну, кого им надо заряжать-то? Медведи-то появились. Здрасте. Здрасте, Илья. Отдайте, пожалуйста, кольцо. Какое кольцо? Кольцо, которое вы забрали из раскопанной вами могилы у поселка Тучино. Вот я ни в каком Тучино не был, ничего не раскапывал. Однако именно вы позвонили в полицию, ваш номер опознал Фалеев. Ух ты, какая интересная штука. Давно себе такую хотел. Ты не будешь против, если мы возьмем ее ненадолго? Сверим со следами на берегу и вернем. И, кстати, ботинки тоже. Хорошо, что ты их не почистил. Ладно, я раскопал и позвонил. А мог бы и не звонить, между прочим. Это вообще не моя обязанность. И ничего я там не брал. Ваш металлоискатель что-то обнаружил, поэтому вы начали копать. И обнаружил он, скорее всего, какой-то ценный металл. У скелета на правой руке сломан мизинец. Вы сломали его, когда снимали кольцо. Илья, ну ты ж не могилку на кладбище раскопал, а незаконное захоронение. Отдай кольцо, тебе ничего не будет.
Ну, или мы предъявим вам препятствие расследования, будет совсем по-другому. Ну, ладно. Оно и так не старинное. Зато приметное, и нам это в плюс. А, да, кстати, Илья, а что соврал Фалееву? Не, нам-то пофигу, но просто интересно. Ты ему сказал, что принесешь несколько позиций, а у тебя только одно кольцо. Чего? Ну, совсем, что ли? Ничего я не говорил про несколько. Я сказал, одну штуковину покажу, и все. Хорошего дня. Вот так и знал. Соврал мне Фалеев. Он ждал ни одного Илью. Кто-то еще должен был принести ему украшения. Может, даже самые эти серьги, которые были в квартире Гудко. Ну, возьми постановление на гранишь к нему с обыском, что-нибудь нароешь. А если он успел припрятать украденное? Сяду в лужу с размаху. Паша, скажи, что еще я виновата. Ну, не могла я уйти, ничего не добившись, пойми. А теперь у меня есть кольцо, с которым легче установить личность. Да я понимаю. Ты злишься? Нет, не злюсь. Нет, да, я расстроен. Ты придешь вечером? Ну, если ты меня будешь ждать. Буду. Поехали. Ой, какой запах. С ума можно сойти. Некоторым только дай повод. Господи, Петя. Ты там что, совсем с ума сошел, братишка? Да заело! Ну, забыл, где защелка. У вас тут ржавое. Сейчас еще надо к родителям приезжать. Петенька, а я и не ждала. А вы не ждали нас, а мы приперлись. Петька, привет. Я тебя 100 лет не видала. Совсем сюда не приезжаешь? Зато ты сюда мотаешься, как на работу. Братишка. Так, пойдемте в дом, остынет же все. Евгения, спускайся. Ну, шашлык сам себя не съест? Да. А мы съедим его. Без тебя. Уже сам меня вчера до двери проводил, и не было у него никакого ножа. Да я бы зачем? Ну, мы с Гошкой со школы вместе. Ну, то. Забыли про нож. А сережки у него были? Такие старинные, зеленым камушком были? В шкатулке, да. Вчера показывал. Но это не его, это его мамы, Софьи Михайловны. И она велела отдать Галке их на свадьбу. Ты их забрал? Галкины сережки? Да, я говорю, ты их забрал? Нет, что, нет, конечно, нет. Ну, хорошо. Не ты, так не ты. Может, он их продал? Да нет. А когда? Он вчера только показывал. Он сказал, отдаст их только Галке. И больше никому. Вот хоть бери его, ножом режь. Говорил, не отдаст. А кто-то просил его отдать? Да я не знаю, ну правда. Ну что со мной-то теперь будет? Ох, Юра, ну как что с тобой будет? Ты и сам понимаешь. Ты ведь вместе с ним употреблял не алкоголь, а наркотики. Да, я сам принес, честно. Я за таблеток я отвечу, но нашел мой, это не я. Разберемся. Вень. Да. Иди-ка сюда. Смотри. Вот это наше кольцо. Олег Свиридов пропал 2 года назад, 23 года. Заявление подал отец. Живет в Погорске. Ха, ничего себе, парень с кольцом. Ладно бы еще в носу. Но это в нем не самое интересное. На момент пропажи он уже находился в розыске. А кто его искал? Представь себе, мы. Он ехал за рулем, его тормознули ДПСники, он не остановился. Они погнались за ним, он бросил машину, а в багажнике обнаружили вот это. Лекарство, что ли? Наркотик. Приличная партия. Я такого не видел раньше. Я тоже необычный. Да не, он 5 лет уже ходит по области, но редко видно производителя один. Говорят, сильная вещь. Да, Андрей Витальевич?
Короче, понятно все. Свиридов был барыгой. Кто-то его мочканул. Глухарь чистейший. На этом деле мы далеко не уедем. А Москва далеко. Ну, мы не в Москве, и работать придется как обычно. Поехали в Тучино. Расспросим народ, может быть, кто-то его узнает. Отцу его я сама позвоню. Да я не могу больше, ты понимаешь? Не ори. Мир, ты же обещала. Ты можешь хотя бы до вечера подождать? Да. О, а ты чего тут одна? Все хорошо у тебя? Да, все хорошо у меня. Точно? А у вас? А что у нас? А, ты про Петю? Ну, что поделаешь, баловали его, баловали. Вот он и вырос таким, сам ничего сделать не может. Все ему должны, все перед ним виноваты. А он хоть работает где-то? Ай, работает. Якобы мне помогает, на шее у меня сидит. Как я? Много нас на одну твою шею. Я тебя прошу. Да, просто за корректуру платят гроши. Если было больше заказов... Родная, даже не думай об этом. Ты же ничего почти не тратишь. Я вообще боюсь, что ты голодаешь. Иди лучше еще шашлычка. Да я объелась. Давай. Мне хоть бы одну зацепку. Не вешай нос, может, эти цацки потом в другом месте выплывут. А Светлова знатно тебя кинула. Знатно. Кто бы сомневался, она же акула, кого хошь сожрет. Ерунда. Да не акула она никакая. О, Пашка. Паш, Павлуш, Павел. Паш, ты на кого глаз положил? Она же тебе голову откусит после секса. Не после, а до. Так, 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 так. А это уже интересно. Что интересно? До или после? Хорош. Телефон Егора Гудко разблокировали последний раз в 7:32. А Сотников, судя по камере над подъездом, вышел из дома Гудко в 7:09. Ну, может, сестра, когда пришла, включила и что? Не, сестра пришла в 8:30. А кто это у нас тут? Интересно. Она зашла в 7:49. Женщина, с вами можно познакомиться? Влюбился с первого взгляда, да? Не, скорее я заинтригован. Но ведь раннее утро, все выходят из дома, идут на работу, детей отводят в школу. А в подъезд в этот период зашли только двое. Сотников и она. Это глава. Хорошо, что тебя к нам перевели. Будет с кем работать, когда акула эта умотает свои столицы. В смысле? Андрюх, ты смотри-ка. Он не знал? Пашка, как так-то? Так, аккуратнее, не уроните здесь ничего. Так, это к нам, а вот это к нам. Сливовый, с Львовой, мой любимый. И мой. А это яблочный. А я оба люблю. А Петька вообще лимонник. Да, Петя? Да. Так кого это волнует? Это, ну, маму волнует, Петя. А можно я порежу? А я на этих пирогах Женьку дровям учила. Помнишь? Да. Зоя, научи меня. Я с дробями до сих пор не очень. Ну, смотри, вот у тебя пирог, это одно целое. Да. Разрезаешь его напополам, тогда одна из двух частей – это одна вторая. Одна вторая. Да. А если еще пополам? А если еще напополам, то я беру свою 1/8, пока ты не порубил ее на 16. Молодец. Да, спасибо. Мам, а можно мне еще 1/8, пока она не стала 1/16? Конечно, сынок. Да, да. Здрасте. Здравствуйте. Прошу прощения за вторжение, я из полиции. Мы опрашиваем всех жителей вашего поселка. Видели ли вы когда-нибудь вот этого человека? Нет. Я нет.
Знакомое лицо. Да? Где вы его видели? Здесь, в поселке? Простите, вы меня слышите? Не помню. То есть помню, но не помню, откуда. Может быть, мне просто приснился кто-то похожий. Со мной такое бывает. Ну и ничего страшного, не переживай, потом вспомнишь. Ты, главное, не волнуйся, хорошо? И пойдем, я тебя провожу, ты, наверное, лучше прилежишь. Стоп, никто никуда не идет. Извините, пожалуйста, товарищ. Майор. Товарищ майор, можно вас на минутку? Да. Товарищ майор, пожалуйста, оставьте мою жену, мою бывшую жену в покое. Ей нельзя нервничать. Почему? Дело в том, что у нее неустойчивая психика. Она сейчас проходит сеанс лечения психотерапевта. И лишний стресс ей совершенно ни к чему. Сожалею, но этот стресс не лишний. Судя по всему, ваша бывшая супруга обладает нужной для следствия информацией. Это частная территория. У вас нет никакого права врываться на семейный ужин и подвергать человека насильственному допросу. Вызывайте ее, пожалуйста, повесткой. Ну и давайте дальше все по правилу. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Зоя, дорогая, пойдем. Антош, ну ты что за мной при всех, как с маленькой? Я не хочу еще спать, 10 вечера только. Простите, вы хозяин дома? Да, Лев Карцев. Это моя супруга. Ага. А эта женщина, Зоя, тоже Карцева? Да, это бывшая жена моего старшего сына Антона. У нее не все в порядке с головой. Угу. Анна Андреевна, ну, это уже слишком. У Зои просто нервы расшатаны. А нервы – это не голова, да? А вы? А я Мира Карцева, жена Антона, вторая. Очень приятно. Простите, а мне кажется, это я вас сегодня днем у реки видела. А что вы там нашли? Этого человека на фото? Простите, у нас нет уверенности. А почему? Что по телу непонятно, что ли? Или что там одни кости? У вас очень интересная работа. Да. Если что-нибудь вспомните, вы или эта женщина, позвоните мне, пожалуйста. Еще раз прошу прощения. Давай сразу засыпать, да? Не переживай, Антош, все в порядке. Наверное, мне просто показалось. Я перенервничала немножко из-за Жени, вот поэтому и... Да-да, я понимаю. Надо просто потерпеть. Женька теперь растет, ей всего 13. Угу. Слушай, а вот это тесто же здесь у тебя, да? Да мне нравится. Я, наоборот, на втором этаже не любила спать. Ну, раньше. Ты моя девочка. Ну, давай скорее засыпай. Все, спокойной ночи. Я тебя очень прошу, ну, пожалуйста. Ты что творишь? Пусти меня. Так нельзя! Ты обещала. Я тебе ничего не обещала. Отвали. Братик, дорогой, ну, оставь мою жену в покое, пожалуйста. Да пошел ты! Вкусно? Да. И сам все разобрал. Молодец. Ну, а чего разбирать-то? Вещей не так много оказалось. Да и квартиру-то я снял махонькую. На самом деле, я думал про ипотеку, чтобы взять чего-нибудь побольше. Для двоих хотя бы. Ты вперед паровоз не беги, Паш. Чтоб потом обжигаться не пришлось. А тебе самой бы не хотелось? Ну, стабильности какой-то. Может быть, хотелось. Только я не знаю, как это обернется. Вот возьмем хотя бы этих Карцевых. Жил-был человек, была у него жена. А потом раз, появилась вторая. А у первой крыша поехала.
Ну, тогда лучше вообще не жениться. А ты мне не про Карцевых, ты про себя говори. Ну? Ну, может, у тебя другие планы, я в них не вписываюсь. Да нет у меня никаких планов. Да? Да. В Москву тебя не зовут? Доложили уже. Теперь у тебя новое боевое братство. Поздравляю. Танюш, я хотел бы, чтобы ты сама мне об этом сказал. Какие ко мне претензии, Паша? Не понимаешь? Нет. Вообще-то я в Шейн приехал ради тебя. Да? А я думал, ты собираешься карьеру строить. Послушай, не такой карьерист, как некоторые. Большое спасибо за комплимент. Вообще-то я не думала о переводе, но шутки боевого братства и твои претензии поневоле заставляют задуматься. Тань, подожди. Тань, я... Женя, малыш! Помни, это больше не твоя семья. А долго у вас биллинг телефона делают? Я вчера заказал, думал, в области вообще минут 5. За 5 минут у нас только выговор можно получить. Накаркал. Да сидите вы уже. У нас поселок Тучин опять отличился. Правда, на этот раз не скелет, а свежий труп. Мира Карцева, 26 лет. Карцева? Я вчера была у них. Там одна женщина узнала Свиридова. Но не Мира. Значит, Мира – это вторая жена. Убита? Зарезана. Здрасте. Бень, поехали. Сиди, Светлова. Ты никуда не едешь. В смысле? Тут прямая связь с моим делом. Да никакой связи нет. Ты занимайся вот этим своим делом, Свиридовым. А других дел тебе пока не положено. А можно объяснить? Можно. Тут недавно заходил некий гражданин Фалиев. Ты знаешь такого? Слыхала. Ну вот написал заявление, где указал, что майор Светлова оказывала давление, безосновательно угрожала закрытием салона и явно вымогала взятку. Воу-воу-воу-воу! Опаньки, поворот! Борис Петрович, ну это вранье. Я сам там был, Татьяна про взятку даже не заикалась. Ну ты-то чего молчишь? Ты и там тоже был, скажи! А, да, да, правда, Татьяна Григорьевна не говорила про взятку. Возможно, Фалиев неправильно понял. Напрямую не говорила, а намекала. Этого я не говорил. Так, может, вам русский язык подучить? А то вас никто не понимает.
В общем, дело Мирославы Карцевой заберет той и другой. Кто? Требушко, а ты тоже же ведь в салоне был, да? Только вот на тебя жалоба не пришла, значит, умеешь работать аккуратно. Вот и возьмешь дело Мирославы Карцевой. А по тебе, Светлова, будет служебная проверка. Да подожди ты! Да остановись, ну. Таня, ну, не переживай ты так. Проверка эта, ну, проверят, ничего не найдут. Плевать мне на проверку. За дело обидно. Ты на меня злишься? То, что дело тебе досталось? Нет. Знаешь, меня в этом здании еще никто никогда не защищал. Только ты. Я не только в этом здании. Я всегда... Спасибо. Я за кофе. Ну вот смотри, удар был нанесен отсюда. Колющий, режущий в область сердца. Следов борьбы, на первый взгляд, не видно, но убита она точно тут. Большего я тебе пока что сказать не могу. Я не понял. Удар с улицы, без борьбы. То есть она просто стояла, подошел кто-то и пырнул через забор? Похоже, что все так и было. Близко подпустила. Орудие? Да, она же в доме. Я смотрел, один вроде подходит. Правда, все они вымыты хорошо. Ребята ищут, но... Соседка сказала, что видела другую женщину во дворе. Да, Зоя, кажется. Но ее следов нет. Пойдем еще кое-что покажу. Нет, вы подумайте, что творится, дорогие граждане. Граждане в шоке. Вей, нужно найти Виктора Плетнева. Он снимал квартиру одну на двоих с Олегом Свиридовым. Есть. И ведь как некоторые умеют на голубом глазу правой рукой своих же товарищей сажать за взятку, а левый конвертик себе в карман? Так это логично. Конкурентов на нары, и можно в одиночку весь город окучивать. А представляешь, Яков Наумович, в Москве-то конвертики пожирнее будут. Антон Львович, то есть ваша жена встала, оделась, а вы даже не проснулись? Нет. Я только от крика этой, как ее. Василиса, она рано встает и за молоком ходит. То есть вы все проснулись от ее крика? Нет. Я вообще спал. Зоя Владимировна, скажите, вы встали раньше всех. Почему? Я не знаю. Проснулась, стало трудно дышать. И... Скажите, а кто из вас последним держал вот этот нож в руках? Видимо, я, когда убирала и мыла посуду. А до меня Зоя. Она как раз этим ножом пирог резала. Вы? Да, этим. Между прочим, вы должны знать, она принимает таблетки и ходит к психиатру. Не к психиатру, а к психотерапевту, мама, в моей клинике. Женщина, иди давай к себе. Жень, к себе, иди к себе. Зоя Владимировна, вы не могли бы переодеться? Мне нужно взять вашу одежду на экспертизу, и вы должны поехать со мной в управление. Закончил? Да. Образец нужно сличить с ДНК, обнаруженных на берегу останков. Сделать экспресс, у нас нет времени ждать. Да-да-да, я знаю. Завтра все будет готово. Отлично. Василий Кириллович, вы узнаете это кольцо? Да, это Олежина. Он всегда с ним был. То есть, это он. Какой он был? Независимый очень. И самостоятельный. Все хотел вырваться из нашего болота. Ну, это понятно. Шейни все-таки повеселее, денег больше. Вот и мотал, наконец. Но все-таки иногда заходил и звонил. Что-то рассказывал?
Так особо ничего. Где-то работал. Хотя вот последний раз он мне выдал. Примерно где-то за месяц до того, как пропал. Приехал в Погорск на 3 дня. А перед самым отъездом он вдруг мне и говорит. Ладно, пап, я погнал. Давай, держись тут бодрячком. Тебе еще внуков нянчить. Новое дело. Откуда внуки-то? Подоль, что ли, принесешь? Ну, а чё нет? Ну и где твой подол? Познакомил бы. Он только посмеялся и пошел. Все, больше я его. Внуки, значит. Василий Кириллович, у Олега в машине нашли наркотики. Вы же знаете. Я сперва не поверил. Хотя он ведь мне толком ничего не рассказывал, где работал. А сам он употреблял? Ну, это не. Ну, наркомана уже сразу видно. Нет, Олежек не был наркоманом. Он особо и не пил даже. Говорила. Надо было сразу в психушку запереть и не выпускать. А ты ее к ребенку. Перестань, ты не Зоя, она не могла. Что значит не Зоя? Ты в уме? А кто еще? Кто мог еще? Антоша? Петь. А? Давай собирайся. Куда? В клинику со мной поедешь. Туда скоро похоронный агент приедет, и мне сегодня сложно будет одному. Вы не понимаете. Мы с Мирой дружили. Извините меня, Зоя Владимировна, но... Насколько я понимаю, Мирослава увела у вас мужа. Нет, она не уводила. То есть... Все было не так. А как? У меня и до этого были... проблемы. Если Мира не появилась бы, Антон все равно не стал бы со мной жить. Почему? Он вас не любил? Любил. Раньше. Но... А вы его до сих пор любите? Правда? Послушайте. Послушайте, Мира была ко мне добрее всех. Она спасла меня тогда. Вы знаете это? Вы ничего не знаете. Мы с ней дружили. Вы слышите меня? Да, слышу. То есть никаких конфликтов у вас с ней и ссор не было? Нет, у меня с ней не было. А у кого были? Чего же вы? Говорите? Я не знаю. Нет, ни с кем. Мира была очень хорошая, ее все любили. Из нашей семьи никто не мог бы. Из вашей семьи? Да. Угу. Ну что, Зоя Владимировна, на вашей одежде следов крови нет, ваших следов рядом с телом не обнаружено. И вот только поэтому я могу вас отпустить. Пока. Под подписку о невыезде. Да, дай до клиники пересечемся потом. Зоя, помните меня? Да, вчера... Хотите воды? Спасибо, нет, не надо. Я сейчас... Просто мне... Дышите. Вы были близки с Мирой? Да. А он говорит, они все, они
тоже думают, что это я. Я никогда не только миру, я только себе смогла навредить и больше никому. Как вы себе навредили? Я не помню. Я знаю, как. Просто не помню, как это было. Я вошла на кухню, а там Антоша и Мира. И все. Больше не помню. Проснулась потом в больнице, и мне сказали, что я себе вены порезала. У меня и раньше бывали провалы. Но убить... Понимаете, если бы я могла убить, я бы тогда это сделала. А не теперь, когда уже все. Я давно примирилась. Я вам верю, Зоя. Вы одна. Больше никто. Что мне делать? Не знаю. Меня тоже сейчас обвиняют, а я не виновата. Но я не сдамся, буду работать. Работать? Вы можете работать. Вы тоже можете работать. Над памятью. Я вам вчера показала вот эту фотографию. Да, да. Мне показалось, что я видела этого молодого человека. Его нашли у реки, в поселке Тучино. Умер 2 года назад. Олег Свиридов ни о чем не говорит. Простите. Он промелькнул у вас в памяти только лицо или во весь рост? А лицо. Кто-нибудь был рядом с ним? Может быть, кто-то из ваших близких? Нет, один. Извините, я не помню. Хорошо. Попробуйте еще раз потом. Если что-нибудь вспомните, позвоните мне. Татьяна. Хорошо, я постараюсь. Правда. А дайте мне фотографию. Зоя была совершенно здоровым человеком, но у нее случился выкидыш около 2 лет назад. Она очень хотела второго ребенка. К тому же ей сказали, что она больше никогда не сможет родить. Ну и началось. Ну, официально-то и диагноз у нее какой? Депрессивный психоз с диссоциативной амнезией, гипногогическими галлюцинациями и суицидальным поведением. Ну, насчет поведения я понял, а насчет остального не очень. Какие, говорите, галлюцинации? Гипногогические. Гипногогические. Ну, это когда сознание путает сон с явью. И вам кажется, что это было реально, а на самом деле было только во сне. Еще и амнезия. Да, еще и она. Провалы в памяти. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Ну, убить... Не думаю. Нет, нет. Правда... Ходить во сне Зоя может. Вообще-то она человек добрый, мирный. Но во время некоторых наших сеансов она выпадала из реальности. И вела себя, скажем так, довольно агрессивно. А потом ничего не помнила из того, что было.
Вот этот белый, видите? Очень достойно смотрится. Достойно, да, но не то. Наверное, вот. Этот бежевый, Петя. Посмотри. Да в гробах вообще не шарю. Павел, простите, хотел вас спросить. Нам тело завтра выдадут? Вы знаете, я обещать пока ничего не могу, но я хлопочу и сегодня перезвоню. Да, хорошо. Из Ольхи. Хорошо. Петр Львович, простите, вам не здоровится? А какое ваше собачье дело? Чего вы ко мне пристали-то, а? Леночка, будьте... С гробами этими. Хватите Петра Львовича в мой кабинет и успокойте его, накапайте. Давай, Леночка. Я тебя прошу! Не переживайте. Нам сейчас главное определить, зачем у нас получается завтра. Простите, но вы, наверное, понимаете, мы сейчас все не очень в себе. Да-да, я понимаю. И Зоя Владимировна тоже на нервах. Да, спасибо, что не стали ее задерживать. Я знаю, как это выглядит со стороны, но... Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Я перед ней очень сильно виноват. Мирослава Гнутова и Антон Карцев поженились чуть больше года назад. Она сначала пришла к нему в клинику наниматься. Так они оба медики? Карцев, да. Но сейчас, как я понимаю, он больше руководит, чем лечит. А Мира, она после школы нигде не училась, работала сиделкой. А Антону для отца нужна была сиделка. И он ее взял. Ага. Не в клинику, а сразу домой. Значит, отец больной, жена крыша потекла, а тут сиделка молодая. Вот такие, брат, дела. А сиделки молодые долго в девках не сидят. Да-да-да. Но что самое интересное, Мира задолго до встречи с Антоном подавала заявление в ЗАГС с неким Андреем Роговым. Но свадьба так и не состоялась. Паша, ты можешь узнать у этого Рогова, кто из них передумал? Ну, это так, для галочки. Хотя, в принципе, все понятно. Но Зою надо брать в разработку. Борис Петрович, на секунду. Так, Светлова, ты берега не теряй. Это дело напрямую связано с моим, с убийством Олега Свиридова. Зоя Карцева была знакома с ним, и Петр Карцев проходил лечение в наркологической клинике. Да, полгода назад, но безуспешно, по-моему. Ну и что? Как это что? Олега Свиридова чуть с целой партией этих же самых синих ампул не взяли. И тут наркотики, и тут. Татьяна, что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы Петра Карцева тоже взяли в разработку по делу Миры. Зачем? Ну, даже если он и торчок. Ну, на черта ему убивать жену брата. Слушайте, ну есть же нормальная подозреваемая, а? Ну, то есть как раз ненормальная, с больной головой, но с железным мотивом. Нет, не с железным. Зоя любила Миру. Да ты что? Это кто тебе сказал? Не она ли, а? Не, ну если она говорит, что любила, значит все, у нее алиби. Борис Петрович! Татьяна, чтоб тебя, Григорьевна! Ты совсем уже того? Врываешься без приглашения, с какими-то хлипкими версиями. У тебя фактов-то нет, одни эмоции. Или ты думаешь, все, одной ногой в Москве, ты ногу-то верни обратно. Борис Петрович, я пойду? Иди! Я же не говорю, что надо подозревать Зою. Просто не дави на нее на допросах. Слушай, Павло, мам говорит, не дави. А ты давишь и давишь. На мозоль. Дебилы. Ты знаешь, может, они и дебилы, но было бы классно, если бы ты не учила меня, как жить и работать на глазах у всех. Я не учу, я советую. Послушай, я понимаю, что у тебя эта чертова проверка, которая может и Москву подгадить. Ты поэтому все из кожи вон лезешь? Я всегда лезу из кожи вон, чтобы раскрыть дело. Хорошо, раскрывай свое дело. А я свое. И мы друг другу не мешаем. Ну, теперь ты такой крутой следак стал. Прошу прощения, товарищ капитан. Извините, вы Андрей Рогов? Да, что вы хотели? Капитан Требушко. А, это вы меня искали? Да. Что у вас случилось с Мирославой? Вы ее давно знали? Давно. Мы с ней в одном дворе жили. Угу. Потом я уехал учиться в областной университет. Поначалу все было хорошо, мы даже планировали с ней пожениться. Я уже собирался заявление подавать. А потом она через раз стала отвечать на звонки. Иногда могла заснуть прямо во время разговора. Говорила, что устала. Она работала официанткой. Но я не выдержал и сорвался в Шейн.
А ее нет. Где нет? Дома, где жила. На работе. Пропала. Я полгорода обыскал. И нашел. Ну, то есть, она вам изменила? Вроде того. По 5 раз на дню, и не за бесплатно. То есть, получается, она была проститутка, и где она работала? В особняке на Свечной. Простите, я не могу, у меня... А, послушайте, Мирослава погибла вчера. Да? Странно, что наркотики не прикончили ее раньше. Я не хочу ничего об этом знать. Я нашел Плетнева. Кого? Ну, Виктора Плетнева, соседа Олега Свиридова. А. Мне к нему съездить? А, не-не-не, я сама. Скинь адрес. Всем привет. Здоров. Привет. О, биллинги пришли. Замечательно. Так. Так, это телефон Мира, ага. А это телефон Оленьки. Распечатка сегодняшняя. Что за Оленька у тебя появилась? Гудко, старшая сестра нашего наркоша. Так, я поехала к Плетневу. Вень, сходи за разрешением на выдачу останков Свиридову отцу. Анализы родство подтвердили. Все, пока. Понял. Паша. Ну? Между прочим, я когда вошел, она у тебя на столе рылась. Черт. Гудко сегодня звонил Фалееву. Может, успеем? Ты куда, за ней? Паш! Да уж, времена такие были. Бабок не копья. Мы даже с ним квартиру на двоих снимали. А сейчас сама видишь, совсем другой коленкор. А вы дружили с Олегом? Да так, не особо. Ну, пересекались с ним на кухне. Привет, как че? Да и все. Слушай, у меня сегодня дел еще много. Может, давай я вечером за тобой заеду? Посидим где-нибудь. Я тебе все расскажу. Могу хоть всю ночь рассказывать. Виктор, ну зачем откладывать на ночь то, что можешь сделать сейчас? А где Олег работал? Вот это я не знаю. За баранкой. То ли частный извоз, то ли в фирме какой-то водилой. Угу. Тема наркотиков возникала? Ну, это ни разу. Я ни сном, ни духом, пока его искать не пришли. Ну, может быть, где-то разок решил подхалтурить, но очень ему нужны были деньги. Да, зачем? Ну, так они же всем нужны. У него еще девчонка забеременела. Вера ее, кажется, звали. Но она в другом городе жила, вот он и крутился. Вера? А вы ее видели? Нет, слышал только. Она мне звонила, когда Олег пропал. Вера сказала, что его по наркоте ищут. Потом она звонила еще недели через две. Спрашивала, где он работал. Видимо, он ей тоже не рассказывал. И все? Ну, еще и деньги предлагал. Ну, помощь для ребенка. У меня как раз дела в гору пошли. А она мне говорит, все, нет ребенка. Понятно. Так что, во сколько за тобой заехать? Витька! Опять кадришься тут, балабол. Поехали, я спешу. Извините, Степан Тимофеевич. Прошу. Сейчас просто неподходящий момент. Вы не могли бы прийти хотя бы через неделю? Не могла. У меня сейчас сестра живет. Только через 9 дней назад уедет. Вдруг найдешь сережки? Они на свадьбу обещанные, да? Могут возникнуть вопросы. Спасибо. Это не те сережки, это мои. Правда? Покажи. Надо же, а по описанию именно эти. Ну ничего, у Галины спросим. А сейчас я их изму, как вещдок. Вы не имеете права. Сядьте. Вы имеете право на адвоката. А сейчас мы все вместе поедем в управление и ведите себя тихо. Иначе я к этим сережкам подходящие браслеты вам подберу. И что?
Ну, я взяла эти сережки. Это вообще не кража, а так. Ольга, я вообще-то не собираюсь с вами весь день тут сидеть. Поэтому послушайте. В квартире Егора побывали двое. Сотников и вы. Когда Сотников уходил, Егор еще был жив, и это доказано. После его ухода в подъезд заходили вы. Меня там не было. Геолокация вашего телефона это подтверждает. И украшения, которые вы скрыли и тайно пытались продать. Для суда это более чем достаточно. Не, ну все понятно, что брат катился по наклонной, сидел у вас на шее, занимал мамину квартиру, которая, ну, немало стоит. Пришлось бы делиться квартиру с сестрой. На сережки-то уж как не хотелось отдавать, да? Поэтому... чистосердечные. Вы еще выйдете молодой на свободу. Даже вы еще успеете родить. Вернись. Почему? Не смотри на нее, потому. Это омерзительно. Приехать на похороны своей жертвы. Какой цинизм. Анюта, не надо. Это что здесь? Откуда? Пойдемте, пойдемте. Добрый день. Здрасте. Примите мои соболезнования. А вы к нам? Нет, я сопровождаю отца Олега Свиридова. Останки его сына нашли недалеко от вашего дома. Соболезную. Здравствуйте, Татьяна. Поблагодарить хотел вас, ну, за то, что помогли мне с кремацией. А то бы я тут бегал. Да, соболезную. Как бы ни было нам больно и тяжело, давайте наберемся сил, чтобы проститься. Давайте найдем самые теплые слова, чтобы проводить Мирославу в последний путь. Спасибо. Если... все эти речи, наверное, ни к чему. И мы просто простимся. Пойду. Евгения, веди себя прилично. Нет. Ты кому сказала? Не надо ее заставлять. А ты вообще отойди отсюда. Она уже взрослая. Вот именно. Женя взрослая. Она сама может решить, хочет она подходить к гробу или ей тяжело. А нам всем не тяжело. Не надо ломать ей психику в 13 лет. Психику ломают вот такие психи, как ты. И вообще как-то посмело. Анюта, тише. Пойдем, надо простить. А Петя не поедет? Он себя не очень хорошо чувствует. Я его отпустил. Антош, извини меня. Я совсем не хотела там скандалить.
Я тебя для этого и позвал, не для скандала, в смысле, а для Жени. Ей сейчас важно знать, что мама с ней, мама за нее. И послушай, я тебя понимаю, ты, наверное, сейчас не очень хочешь сидеть с моей семьей за одним столом. Это и моя семья, единственная. Хотя они считают меня убийцей. Я не считаю. Если бы считал, не просил бы тебя поехать. То есть, Петю, ты не просил? Нет. Ты что, ты думаешь? Нет, Зоя, нет. Они ругались в тот вечер. Я слышала. Я тоже. Но это не то. У Пети проблемы, но не такие, не настолько. Поехали. Петр Львович! Петр Львович, подождите, пожалуйста. Чего надо от меня? Осторожно! Ты что? Чего? Ты дурак совсем? Он тебе что, жить надоело? Разлина. Зачем вы звонили Мире? Ты отвалит! Стой! А, поехали, поехали! Стой! Как настроение? Прекрасно. А у тебя? Я в предвкушении. Здравствуйте. Очень рада видеть вас. Не желаете бокал вина? Вы знаете, я думаю, не стоит. А что такое? Ко мне вот подружки пришли в гости. Ага, я вижу. У вас тут пижамная вечеринка, а вы Нонна Альбертовна Смолиная, правильно? Все верно. Вот эта девушка у вас работала? Ее звали Мирослава. Мирослава Гнутова. Да, помню такую. Ну, имя редкое. Славная девушка. Замуж потом вышла. Да, давно ее не видела. Она вчера погибла. Ну надо же, как жаль. А я-то обрадовалась. Думала, у девочки все хорошо. А скажите, когда она у вас, когда приходила к вам поболтать, у нее с наркотиками проблем не было? Да вы что? Какие наркотики? У нас вообще это не приветствуется. И это правильно. Правильно. Ладно, не буду вас отвлекать от пижамной вечеринки. Всего хорошего. Всего доброго. Вы заходите поболтать. Нет, надо прямо сейчас. Ну не могу я по телефону. Ну, а почему не сегодня? Черт. Ну, хорошо. Позвони тогда. Все. Очень вкусные блинчики, Анна Андреевна. Как всегда. Мирочка тоже любила. Я знаю. Поэтому и приготовила. Очень странно без нее. Просто пока не представляю. И я. Она родная была и меня понимала. А ты за это ее ножом. Мама. Что мама? У нас была нормальная семья, пока не появилась эта. Вены себе стала резать. Угу, прямо с порога. Ребенка забросила. А когда у моего сына появилась нормальная девушка, ты убила ее. Антон, я не обязана это слушать. Видишь, как заговорила? А то молчала, как мышь. Мама, я тебя прошу, перестань, пожалуйста. Анюта, нельзя обвинять человека просто так. Полиция во всем разберется. И посадит ее. А полиция на дядю Петю думает. Что? Это следовательница там была. Она постоянно на дядю Петю смотрела. Прямо взгляд не отрывала. Женечка,
тебе, наверное, показалось. А у дяди Пети было такое лицо, как будто он миру ненавидит. О, Господи! Надо же, какие поздние гости. Добрый вечер, Надя. Ну вот я и нашел ваш секретный отдел. Профессиональный нюх или зуб сердца? Ну, я бы сказал, профессиональный зуд. Мне очень нужно проследить за одним домом. А я-то думала, вы ко мне пришли. А вы к моим орлам. Но орлов-то нет, все разлетелись. Да? Серьезно, Паш, все на заданиях. И как мне быть? Не, я бы сам посидел, но спалиться боюсь. А там людишки тертые нашего брата за километр чуют. Наружное наблюдение – это такое, это целое искусство. Для этого нужен не только опыт, но и талант, и артистизм, я бы так сказал. Мало кто это понимает. Я всегда завидовал. У вас настоящая полевая работа, а у нас чего? Пыль кабинетная. Ладно, что там за интересный дом такой? Очень интересный. Публичный. Там на Свечной который? Да. Там у хозяйки намечается какая-то встреча, не хотелось бы ее пропустить. Колыбельную пел. Мам, хватит сердничать. Я заходил к Зое проверить, не плачет ли она из-за тебя. Ну даже... что, плачет? Спит. Я тоже пойду. Спокойной ночи. Вернулась? А дед в сарае? Да, дедушка сейчас придет. А ты что делаешь? Обеспечиваю нашу безопасность. Еще не хватало, чтобы ночью дом спалило. Но мало ли что. Сюда приперлись. Скажите спасибо, что не заставил вас переться к нам. Вы же явно нездоровы. Простудился. Ну да. Зачем вы звонили Мире столько раз в тот день? Ну как? Поболтать? Мы с ней родня были. Ясно. Тогда следующий вопрос. Вот такие ампулы нашли у Олега Свиридова. Не видел. Я приду сюда с постановлением на обыск. Что-нибудь найду. Так давай! Чего ты ищи, а? Можно без постановления, м? Ну, давай! Чего ты? Логично. Если бы здесь были наркотики, у тебя бы не было ломки. Что случилось? Дилер кинул, да? Как его зовут? Слушай, я тебе все скажу. А ты мне дай одну такую штучку. Вот же их много. Никто не заметит. Ты правда думаешь, что я могу это сделать? Уходи. Пошла вон! Вали давай!
Эй! Кто-нибудь! Эй! Кто-нибудь! Жень, это я тебя разбудила? Прости, малыш, у меня просто дверь не открывается, вот я и... Это бабушка тебя заперла. А. Ну ладно, ерунда, я просто попить хотела. Ты ложись, поспи еще рано. Я уже не засну. А ты попробуй. Помнишь, мы с тобой раньше каждый вечер придумывали, что ты увидишь во сне? Ага, меню снов. Вот. Вот смотри, у меня есть новое меню. Выбирай. А на острове Маврикий идет дождь из фиолетовых смайликов. Или мы с тобой трясем небо, звезды осыпаются, а мы собираем их и варим варенье в пруду. Какой хочешь увидеть? Жень. Мам. Ой, малыш. Да ты чего? Я бы потерпела. Ну, мне просто тебя так жалко стало. А зачем мы к Карцеву приехали? Не к нему, к его соседям. И что, мы теперь будем дело Карцевой расследовать? Вин, не тупи. Мы расследуем дело Олега Свиридова. Его видела Зоя. Он пропал 2 года назад. Еще до развода Зои, когда она жила здесь. Если она видела его, его могли видеть и другие. А. Наверняка другие Карцевы тоже его помнят, но молчат. Надо за ними проследить. Да кому следить? Людей нет. Паша еле-еле Надику ноги на хвост посадил. Надика сейчас у борделя? Да. Странно, что не внутри. Это что такое? Евгения! Евгения, это ты дверь открыла?
кто тебе разрешил? Так, в чем дело, спокойно? Бабуль, ну мама просто пить хотела. Быстро выйди отсюда. Нет, это вы, Анна Андреевна, выйдите, пожалуйста. Что? Я никому не позволю кричать на моего ребенка. Твоего ребенка? Вспомнила, что у тебя есть ребенок? Да, есть. И меня никто не лишал родительских прав. К родительским правам прилагаются родительские обязанности, которые ты выполнять не можешь. Мама. Не выполняла, потому что была нездорова. А теперь все в порядке. И я сегодня же найду постоянную работу и заберу Женю к себе. Зоя. Через мой труп. Быстро. Я хочу к маме. Евгения. Так, я все понял. Давайте успокоимся. Мам, там у тебя этот завтрак остывает. Потом все решим без громких заявлений. А ты, Зоя, давай одевайся. Тебе нужен к врачу, я тебя отвезу. Я же недавно была у Глеба. У тебя стресс. Такие вещи нужно контролировать. И, возможно, понадобится дополнительный сеанс. Хорошо. Здрасте, полиция. А вам кого? Вы видели когда-нибудь вот этого человека? А он кто? Бандит? Нет. Так видели? Вроде что-то знакомое, но не припомню. Он мог приходить к Антону Карцеву из 58-й квартиры. А, и правда. Только ж давно. К жене его приходил вроде. Цветы носил. К Мире? Да нет, я ж говорю, давно. Еще Зоя тогда была. Хорошая такая. В садике у нас работала. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Вень! Да? Ну, что там у тебя? Пока по нулям. Поехали. Вон твой идет. Привет. Здрасте. Кофе? Бутерброды? Ух ты, заботливый мой. Вон Ленечке отдай, он меня сменил в 5 утра. Держи. А тебе тут делать нечего, Паш, засветишь нас ненароком. Но он тебя может узнать. Ну, я вроде аккуратно подсел. Извини, у меня срочное дело. Я понимаю, что у тебя горит, но все равно никто не выходил. Кроме клиентов. Их можно на регистраторе посмотреть. Хорошо, спасибо, я посмотрю. У меня обстоятельства изменились. Шеф приказал сменить объект. Так. Вот на этот. Я заказал триангуляцию номера. Она в клинике на улице Победы. Ну, хоть идти недалеко. Ленечка, орел мой. Сон отменяется. А вот ты, Пашенька, совсем замотал меня. Бутерброды меня делаешься. Выбираю ресторан. Да, я сейчас иду к врачу. А, спасибо. Это клиника на улице Победы. И тут недалеко есть сквер, я туда потом подойду. Да я не знаю, куда лететь. До свидания. Братишка. Привет. Ну что ж ты делаешь-то, а? Ключи у меня спер. То есть вы сами признаете, что угрожали Фалееву закрытием салона? На время проверки, да. Но проверку так и не провели. Это не мой профиль. Мне нужна была информация. Послушайте, майор Светлова,
Я не знаю, что вам от него было нужно. Коллеги ваши слова подтверждают. Но коллеги могут быть необъективны, не так ли? Поэтому я вас хочу предупредить. Мы проверим все ваши счета, доходы и расходы. Опросим всех свидетелей, с которыми вы имели дело за этот год. И если найдем хоть одно нарушение, хоть малейшее превышение служебных полномочий, то... То что? В лучшем случае вы будете уволены. Да. Фалеев? Опять? Отлично. Пусть войдет. Пусть зайдет. Добрый день. Ой, извините, я не побеспокоил? Да уж, побеспокоили. А, ну... Игорь Семенович, вы что-то хотели добавить к вашему заявлению? Да. То есть нет. Ну, то есть я вообще хочу забрать заявление. В каком смысле? Я понял. Ну, то есть я пока еще не понял. Вернее, я понял совсем как бы другое. Ну, в общем, товарищ майор, вот это самое, она не вымогала у меня взятку. Я честный человек. И я не могу по-другому. Я написал отказ от претензий. Ты совсем с ума сошел? Значит, все, пора ложиться. Не долечили мы тебя в тот раз. Да пошел ты! Я никуда не лягу, понял? Не заставите. Заставим еще как, братик, заставим. Да? Это за тобой. И что ты мне сделаешь, а? Че? Для начала положим тебя на реабилитацию. Да, я офигел? Я никуда не поеду. Да я не поеду. Дурак, убери, я сказал, никуда не поеду. Как ты задолбал меня. А ты меня? Может, ты меня сначала спросишь, что мне нужно? Нет, не спрошу. Я тебя уже давно ни о чем не спрашиваю, братик. К примеру, я тебя не спрашивал, почему ты с Нирой тогда ругался. И полиция ничего не сказал. Потому что ты мой брат. Я не верю, что ты мог ее убить. Но если ты не перестанешь дурить... Не веришь? Не верю. Да я мог! Я мог убить. И тебя мог убить. И Миру твою мог убить. Да я вас всех убил бы, а? Чего ты стоишь-то, а? Давай, иди к ментам. Не пойдешь? Ну так я сам пойду. Ты себя, придурок, угробишь. А-а-а. Себя, не меня. Да пошел ты! Заботливо он о брате думает. Так подумал бы, когда брат тебя просил. Я живу, как хочу, ты понял? Что ж, Зоя, вижу, Антон Львович напрасно тревожился. Вы держитесь молодцом. После такого потрясения признаков регресса я не наблюдаю. Наоборот, вы стали гораздо увереннее, спокойнее даже. Но таблетки мы не отменим, да? Да что ж они вас так смущают? Масса людей по всему миру постоянно принимают легкие транквилизаторы. Вы поймите, это ваша броня. Значит, это на всю жизнь? Будем наблюдать. Может, когда к вам полностью вернется память. А, кстати, я слышал, что вы восстановили какие-то воспоминания. Расскажите? Да, особо нечего рассказывать. Так мелькает что-то в лицо человека. Но потом все обрывается, и я уже не помню, кто, где и когда. До свидания, доктор. До свидания. Это ты заставил Фалеева забрать заявление? Ничего подобного. Я же не давлю на свидетелей. Мы с Фалеевым честные люди. Спасибо. Правда. Для меня это важно. Просто не могу стоять и смотреть, когда тебя обижают. Тогда будешь сидеть и смотреть, как я готовлю тебе ужин.
Вот это я завсегда. До вечера. Ты знаешь, мне так паршиво, когда ты на меня злишься. Я хороша. Подгадила тебя с Фалеевым. С биллингами тоже некрасиво получилось. И про Надюшку. Черт, что подумала. А давай-ка не будем больше ничего думать. А будем сразу все говорить друг другу. Хорошо? Никаких секретов. Заметано. Добрый день. Добрый день. Вы звонили по поводу Колесника. Да. Это ее история болезни, да? Это копия. А, подождите, скажите, вы ее тогда лечили? Да. Ага. Я ее хорошо помню. Ее привезли в бессознательном состоянии. Плод спасти не удалось. А в бессознательном это как? Психические отклонения у нее заметили? Агрессию, может? Да нет. Она была в стрессе, крови много потеряла. Но слабость, плакала потом много. Все это нормальные реакции. Ясно. Значит, проблемы с психикой начались после выкидыша. А я думал, это врожденное. Подождите, какой выкидыш? Колесникова сделала медикаментозный аборт. Может быть, не рассчитывала, что все пойдет так. Аборт? А вы ее об этом спрашивали? Конечно, спрашиваю. Клялась, что никаких препаратов не принимала. Ну, может, не хотела, чтобы муж узнал. Простите, я вам больше не нужен? Нет, спасибо большое. Нет, пациент. Вот это я нашла сегодня. На даче у родителей Антона. В моей каморке был тайник. В смысле, в каморке? Комнатка маленькая. Я там сплю. Теперь. Ясно. Ого. Что это? Наркотики? Они самые. Вы кому-нибудь говорили об этом? Нет. Хотела Антону. Но вдруг он подумает, что это я сама спрятала и забыла. Он считает меня больной. Напрасно. Да нет. Может быть, он и прав. Я сперва подумала, что этот тайник Петин, потому что... Потому что он страдает от наркозависимости. Не бойтесь, это уже не секрет. Да. Но список... Список. Телефоны эти... Понимаете, здесь почерк мой. Точно? Да. Только я его не узнаю. Ну, как же это сказать... Я вижу, что почерк мой, но никак не могу его узнать. И не помню, как я это писала. Ну, может быть, это и не вы писали. Может, я и Олега не видела. Просто мне все это приснилось. Нет, Олега вы помните. Просто эти воспоминания нужно раскопать. Да я копаю, копаю. Только у меня такое ощущение, что у меня под ногами не земля, а камни. Я их никак не пробью. Так. Зоя, смотрите, вы помните Олега за стеклом. Угу. Постарайтесь то же самое лицо вспомнить в других местах. В кафе, в такси, в вашей квартире или, может быть, в квартире Антона, в которой вы жили раньше. Я попробую. Пашуля! Смотри, кто у меня тут. Эта зараза может меня узнать, поэтому извини, снимаюсь. Тань? Да? Ты куда ходила-то? По делу. По делу? Интересно, что у тебя за дела с моей подозреваемой? Что она тебе передала? Она сама меня позвала. Обещала звонить, если что. А ты мне обещала говорить правду всегда. Час назад обещала. А сама по-тихому лезешь в мое дело. Это не твое, это по Свиридову. Да хватит врать. Ты просто хочешь оба дела раскрыть и свалить в Москву, а меня при этом используешь. Как я тебя использую? О, Пашуля, привет. Ты уверен, что больше не нужно твой объект водить? Не, спасибо тебе большое, дальше я сам. Ну смотри, я разгребусь и Ноночку еще проведаю. С тебя причитается, помнишь? Да, я помню, с меня ресторан. Я рада, что ты не будешь скучать, когда я уеду в Москву. Ты куда?
В лабораторию улики отдать. А может, это улики по моему делу, а, Тань? Ладно, пошли. Понимаете, я эти методики очень хорошо знаю. И для дошкольников, и для начальных классов. Мне с детьми больше работать не дадут, я это понимаю прекрасно. Простите, у вас какой диагноз? Депрессия? Извините за такой вопрос, но... Нормальный вопрос, я ведь ничего не скрываю. Да, поставили депрессивный психоз. Но я и таблетки даже уже не пью, и все хорошо. И вообще, депрессия депрессии, но знания ведь остались. Ну что ж... Редактор нам действительно очень нужен, требуется много пособий для частных школ. Вы вообще могли бы не говорить про свои проблемы, все равно проверять бы не стал. Ну, рассказали и рассказали. С честным человеком работать приятнее. Берем вас на испытательный срок. Ну, официальное заключение будет позже, но сейчас с уверенностью могу сказать, что это тот же самый наркотик, что и у Свиридова нашли. Я же говорила, это по моему делу. И по моему тоже. Татьяна Григорьевна? Да. Вот вы где. Значит, список ваш проверил. Много левых симок, но несколько человек в базе нашел. Дилера? Точно. Вот, например, вот этого куркуму взяли недавно. Может, у Зои и Свиридова один и тот же дилер? Совсем не обязательно. Эти ампулы разные люди продают. В городе и в соседних областях они уже мелькают. Каждый второй передоз в городе от них. Серьезно? Не знаю, как твое, а мое дело приобретает совершенно другой масштаб. Напишу, пожалуй, кого-нибудь из этого списка. Ты Тихон. Это кто? Мне нужно вот это. Срочно. Откуда это у тебя? От куркумы он трубку не берет. Куркуму взяли. Слушай, мать, я таким не толкаю, они стрёмные. Колеса есть. Возьмешь? Давай. Штырить не хуже зуб даю. Давай, 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 давай. Все, давай, давай, деньги где? Что ты мнешься? Ох ты ж. Ну что, поехали навестим куркуму? Она отстегнула быстро. Вспомнишь, что у парня отпущу. А, не пойдет. Я вас мусоров знаю. Чувака с Олей меня все равно загребут. Конечно, загребут рано или поздно. А чувака этого уже не в живых. Ему уже ничего не будет. Ну? Ладно. Как хочешь. Считай, что 2 года за торговлю ты себе уже выбил. Ладно. Дай посмотрю. Не знаю такого, честно. М? Не видел никогда. Повнимательней. Его уже пару лет назад искали. Кто? Я не знаю, девка какая-то приходила, тоже фотку показывала. Вер звали? Что-то паспорта у нее не спросил. Может, это? Черт ее знает, может, и это. Не помню. Ладно, гуляй. Все равно загребут рано или поздно. Так. Ну, давай. Ну, где я тебя видела? В такси? Давай, Зоя. Давай. Это он. Не он. А где еще? В кафе? Он. Нет. А если дома? Нет. А на той квартире он, Антон.
ты вспомнишь. Татьяна, здравствуйте. Это снова я. Да, Зоя, слушаю вас. Этот человек, Свиридов, он приходил ко мне домой. То есть к нам домой, мы тогда еще с Антоном жили. Он цветы принес. У вас было с ним что-то? Нет. Я не знаю. Может быть. Я больше ничего не помню. И, понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Просто память блокирует болезненные моменты. Вы все вспомните скоро. Возможно, просто пока не готовы. Приехала! Ой, Женька, смотри, что я тебе испекла. Точнее, не смотри, а нюхай. Это те самые печенья. Овцаные. Ты помнишь, да? Овцаные печенья из овцы. А баранки из барана. Привет. Женя сказала, что ты работу нашла. Поздравляю. Спасибо. Зоя. Прости меня, пожалуйста. Я очень виновата перед тобой. Не нужно было так. Да я не злюсь, Анна Андреевна. Вы за Женю беспокоитесь, я же понимаю. А я, честное слово, не причиню вам никакого вреда. Ну, вот и хорошо. Пойду чай скипячу к вашему овцаному печенью. А сама лимонником займусь. Антоша обещал Петю привезти. То есть теперь все будет как раньше, да? Жень, как раньше не будет, но мы постараемся, чтобы все было хорошо. У меня новости. Да, и у меня, кстати, тоже. Требушко, а? Ну как у тебя? По Зое все собрал? От наружки есть что-нибудь? А, выписки собрал, а слежка ничего не дала, поэтому я ее снял. В смысле? Полдня поводил и бросил? Борис Петрович, Карцева сотрудничает. Она недавно мне сообщила, что вспомнила Олега Свиридова. Ну, тем и лучше. Значит, на ней два трупа. Все, передавай дело в прокуратуру. Ну, рано передавать. Мне пока в этом деле еще не все ясно. Что тебе не ясно? Ты долго будешь ковырять носу? Да победу мою. Если бы я дело Гудкова сразу передал в прокуратуру, то убийца сейчас была бы на свободе. У тебя сейчас убийца гуляет на свободе. И при этом еще с головой не дружит. Так. Светлова, забирай Требушко дело. По тебе уже служебная проверка закончилась, и работаешь ты быстро. Не возьму. Не понял. Павел очень много сделал для этого расследования. Да ну вас, черт. Достали мы шефа. Слушай, Таня. Ты говорил, у тебя какие-то новости. А, да. Да давай вместе вести это дело. Совместное хозяйство? Почему нет? Я тут... запасные ключи я сделал. Тебе. На всякий случай. На всякий случай. Пошли обедать. Хорошо. Допустим, у Свиридовой и Зои был роман. Получается... что у Свиридова было два романа. С Зоей и с некой девушкой Верой, которая жила в другом городе, ждала от него ребенка и потеряла его, когда Олег пропал. Так, это получается примерно в то же время, когда Зоя сделала аборт. Да, именно. Молодец. Едем дальше. Вера
от друга Олега. Узнала, что его поймали с наркотиками и пошла по следу наркодилеров. И? И у Зои в каморке нашли ампулы с таким же наркотиком. И списком дилеров? Да. Угу. Написанным ее рукой. Она узнала почерк. Ну, подожди. Это мог быть тайник, например, Петра. Он спрятал, поделал почерк. Ну, чтобы все подумали на Зою, если найдут. Во-первых, у него была своя квартира, где он жил один. А во-вторых, у него была ломка. Если бы он знал, где тайник, он бы просто забрал ампулы. Ну да, логично, да. Слушай, ты на что намекаешь? Угу. Что Вера... Да. Вера и Зоя – это один человек. Слушай, мам, я тут книжки старые нашла. Не знаю, что с ними делать. О, папа приехал. Привет, малыш. Привет, пап. Бабушка в доме? Да. Отнесешь ей? Загоняли ребенка. Все в порядке? Да нормально. Привет. А я думала, ты с Петей приедешь. Сейчас лучше не трогать. Его лечить надо прямо, срочно класть. А, и давно это с ним? Я даже не знала. Да мы как-то сами пропустили момент, когда у него это началось. Полгода назад положили его, мне казалось, помогло. Потом опять за старое. А знаешь, я когда его с Мирой ссору услышала, подумала, что у них роман. Я тебя умоляю, какой там роман? На женщинах и думать забыл в голове одни наркотики. Он хотел, чтобы Мира ему таблетки достала, и Мира же в сделке работала, а вот и цеплялся к ней. Ты серьезно считаешь, что у Зои раздвоение личности? Диссоциативное расстройство, ну как считаю, предполагаю. Ну это все как-то сомнительно. А, ну, допустим, что у Зои и Веры одно лицо, да? То есть Зоя изменила Антону. С Олегом. Угу. Забеременела. И чтоб не полиция, сделала аборт. Ну а вдруг ребеночек-то на муж не похож? Не бьется. Если Зоя брала Олегу и называлась Верой, то как она могла приводить его в квартиру своего мужа, где все ее знают как Зою? Угу. А вот если у нее диссоциативное расстройство... То что? То Зоя просто не знает о существовании Веры. Эти две личности в ней не пересекаются. Поэтому Зоя не может вспомнить нормально Олега, потому что это воспоминание Веры. Господи, откуда ты этого набралась? Про Билли Миллигана читал? В нем 20 личностей уживалось. Но такие случаи подробно в академии проходили. Интересно. Ты наркодилеру фотографию Зои показывала? Он узнал Веру? Ну, он точно не мог сказать. 2 года прошло. У меня в этой версии просто все сходится, только одно не могу понять. Кто убил Миру? Зоя или Вера? Главное, зачем? Ты знаешь, Мире могла мешать Зоя, но не Вера. Зоя дружила с Мирой, а Вера нет. Извини. Да, Надь? Что? Савинское шоссе. Да, хорошо, выезжаю. На связи. В общем, мадам Смолиная выехала за город. За ней заехал какой-то мужик. Тань, лицо-то попроще сделай. Поедешь со мной? Угу. Поехали. Здрасте, товарищ... Сотников, отпустили тебе? Да, штраф за хранение дали. Мне сказали, потому что вы Ольгу взяли. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Я знаю. Вот. Употребляли когда-нибудь такое? Да, я нет, я пойду. Точно? Ну, мне предлагал мой, ну... Дилер? Ну, я не взял. Говорят, дрянь редкостная. Телефон рабочий, дилер, дайте, пожалуйста. Сотников? Ну? Давай, шагай. Паш, я, пожалуй, поговорю с этим товарищем. Пробью локацию и сгоняю. Таня,
Будь осторожнее. Паш, ты тоже будь осторожнее. С Надюшкой. Шучу. Возилась с этим лимонником. А Петька так и не приехал. Мира бы сейчас сказала, нам больше достанется. Да, Мирочка. А помните, как летом Мира с папой боролись в армрестлинге за кусок пирога? Мам, ну ты тоже там была. И, кстати, Мира выиграла. На, выпей воды. Быстрее, скоро. Зоя пыталась покончить с собой. Мама, что с тобой? Зоя, все хорошо с тобой? Привидение увидела. Нет, ничего. Задумалась, вспомнила. Мне надо домой. Зачем? На, вот выпей воды, успокойся. Мам, то есть ты не останешься? Женя, родная, прости. Я не могу, мне надо ехать. Мама, останься. Ну, нельзя. Мне правда, неправда нельзя. Простите, спасибо за чай, я в другой раз. Мама! Мам! Ох ты, Господи! Ну чё? Тихо. Дверью не хлопай. Нас отсюда не видно, но громкие звуки могут долетать. Где они? Туда, в лес поехали. У мужика внедорожник. Мы бы там увязли, да и спалились бы. Ты номер машины записала? Скинешь? Алло, Яш, здоров. Слушай, я тебе сейчас номер машинки скину. Пробьешь? Давай, спасибо тебе. Вы оставайтесь тут, а я попробую поближе к ним подобраться. Давай я. Ты же тихо не умеешь. Не надо. Мы ведь не знаем, чего от них ждать. К тому же тебе стрелять не положено. Чего все перед ним шестеритесь-то, а? Чего? Ты меня бойся, понятно? Так, ну-ка пропал отсюда! Козел. Да. Зоя, подожди. Зоя, подожди. Послушай, давай я тебя отвезу. Не надо, не мотайся. Еще не поздно, я на электричке доберусь. Так, слушай, объясни мне, что случилось? Что произошло? Почему ты сорвалась? А, потому что нельзя мне с вами. Твоя мама права. Это я убила того парня. Олега Свиридова. Кого? Ты ж... Что ты выдумываешь? Я ничего не выдумываю. Я просто вспомнила. Антош, я опасна. Зоя, скажи, ты таблетки пила сегодня? Солнышко мое, тебе что-то показалось. Не переживай, успокойся. Нет. Хорошо, давай я тебя отвезу, хорошо? Пойдем, я тебя отвезу. Ты уверена, что здесь? Точно знаю, здесь. Сколько времени прошло уже? Может, там где-нибудь? Слушай, хватит уже, а. Давай, что-то делать надо. Они наверняка уже приезжали. Надо копать, я залопатил. Давай. Мент, бегом, быстро! Садись быстрее! Заводи машину! Стоять! Стреляй! Чего ты так медленно? Давай быстрей!
капитан Требушко. План перехвата. Че, ко мне? Да нет, гуляю тут. С какой это радости? Че, пасете меня, что ли? Так я чистый, во. То есть мужику этому ты ничего не дал, да? А я никогда никому ничего не даю, и тебе не светит. Ай, за что? За торговлю наркотиками тебе клиент. Так, ну харе, ну вы же не по нашему делу. Я такие фишки сразу секу. Чего надо? Мужик этот за дозу приходил? Нет. Ну, он товар свой хотел пихнуть. Я раньше у него брал, сейчас не беру. Стремно. Ампулы синие такие? Ну. Он их производит? Да, да, он. Этого чувака знаешь? Ладно. Ну, ну, Петру раньше его присылал. Теперь сам ходит. А кому ты звонил, когда он ушел? Ну, другим звонил. Предупредил, что он и к ним явится. Фу, я понял. Знаешь, чего ты взял, что там клад? Ну, клад не клад, а те двое топтались тут. Землю осматривали вот в этом месте. Может, и нет ничего, но проверить-то нужно. А машину проверили? Интересно, что за мужик с ней катается. Да, пробили. Некий Денис Комаров. Частный предприниматель. Риэлторский бизнес. Ну, если он риэлтор, может, они пришли участок смотреть? Может, на эту рощу купить хочет? Да? А сбежал-то почему? Чтоб я не перекупил? Вот тебе и клад. Алло. Тань. Алло, Паш, ты где сейчас? Я за городом. Что там делаешь? О, не поверишь, в яме сижу. Давай, вылезай уже из ямы. Что случилось? Петра надо брать, он торгует ампулами. Понял, еду к нему. Давай. Татьяна, здравствуйте. Простите за беспокойство. Вы были правы, память вернулась. Это я убила Олега Свиридова. Правда, я не знаю, зачем и как. Меня даже в тюрьме не посадят, в психушке закроют. А я так не могу, не хочу, и Женьке-то будет хуже. А потом у меня только один выход остался. Вспомни.
Зоя? Ну вот. Этот подъезд. Угу. Вон там мои окна. Устал? Я? Да. Спасибо тебе огромное. Да за что, мы же их упустили? Ну, во-первых, не мы их упустили, а я. А во-вторых, мы еще их возьмем. Главное, мы нашли Кости, и это все благодаря тебе. Ладно, не буду спорить, я молодец. Да что ты за дура такая? Закрой свой поганый рот. Куда вот теперь? Что ты вообще психанула? А что мне еще оставалось делать, когда он за нами следил? Ну, следил. Может, мы вообще грибы собирали? В чем проблема? Ты что, дурак, какие грибы? А если бы он раскопал? После того, что ты там вытворила, он же стопудово раскопал. Заткнись! Мы вообще с тобой в одной лодке. Знаешь чего? Вали в пень из моей лодки. Вытряхивайся, вот твоя остановка. Ты что, шизел? Меня же здесь заметут сразу. Я не нанимался возить такую дуру. Козёл! Может, пора отдохнуть? Да я вроде... Может, ко мне? Боишься? Прости, Да, Таня. Алло, Паш, ты вернулся уже? Да, вернулся. Мне тут Зоя сообщение прислала, жуткое. Какое жуткое сообщение? В общем, мне надо ее найти. А где ты будешь ее искать? Не знаю, в квартире ее нет. Ты можешь проверить квартиру Петра? Да, подъеду к Петру. Угу. Ага, давай. На связи. Надя, прости, ну, видишь, мой рабочий день еще, как говорится, не закончился. До завтра. До завтра. Зоя? А как вы здесь оказались? Здесь? Где? Скажите, а хозяин квартиры вам в таком же состоянии? Петр Львович, вы меня слышите? Петя. Он умер. Здравствуйте, Зоя. Как вы себя чувствуете? Не знаю. Голова как ведро. Это скоро пройдет. Почему вы здесь? Я арестована. Вы задержаны. Подозрение в убийстве Олега Свиридова. Когда вам станет лучше, вас переведут в ВВС. ВВС? Скажите, а почему Петя умер? Передозировка. Когда вы пришли к нему вчера, он был жив? Не знаю, я не приходила. Зоя, из вашего сообщения вчера я поняла, что вы пытались покончить с собой. Ванну приготовили. Да, но я потом вспомнила другое, как стояла над Олегом в крови, и вдруг такая боль в шее сзади.
общем, я подумала, что, может быть, это не я его. Там как будто еще был кто-то. И я хотела вам позвонить. И все, открываю глаза, в дверь звонят. И Петя. Еще один анализ надо сделать. Я вам не сказала. Петя к Мире цеплялся в тот день. Чего-то от нее хотел. Надо было раньше сказать, но я почему-то не верила, что он мог, и не сказала. Хорошо, что сказали сейчас. Выздоравливайте, Зоя. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить побольше о том, что было вчера. Хорошо? Все, я погнал. Угу. Работу ты мне, конечно, подкинул. Ладно, еще ампулы, с ними не так много возни. Но эти косточки вчерашние. Ну тихо, че как на базаре-то? Давай потом к тебе загляну. Давай. Да. Так, вы хорошо знали соседа? Петьку-то? Да. Да не очень хорошо. Неплохой мальчик был. Всего за один год скатился. Ужас. Угу. То есть заметили, что дело плохо, да? Поди-ка не заметить. Неделями из дома не выходил. Ну, то есть, если он сам не выходил, значит, кто-то к нему приходил. Ну, вот, например, может, вот этот парень? Не, не видала. А кого видали? Ну, брат его старший иногда бывал. И баба какая-то. Точно, приходила. Он у меня за стеной выл все время. А как женщина придет, сразу успокаивался. Дозу привозила. Это? Не, не это. Помоложе-то. Это? Ага, она самая. Ты куда? Я плюшку возьму и воды сейчас быстро. Кто первый встал, того и скидка. Распродаж, молодые люди, не проходим мимо. Распродаж, плати, плати красивые, кому надо. Дискаунт сегодня у меня. Подходим. Подходим, берем, подожди. Интересуемся, меряем. Девушка, девушка, ну что ж вы проходите? Такую красоту мимо проходите? Ай, девушка. Не, никого. Подходим, не тормозим. Распродажа, покупайте. Ой, женщина, вы что? Тихо, денег дам. Только молчи. Я полежу немного и уйду. Поняла? Денег дам. Ой, ты мать, это ж надо же. Ну что ж, шприц обычный, биоматериал Петра Карцева. А Зои? Я ж говорю, только его. В квартире других шприцев больше не обнаружено. Ну а с ампулами все ясно, там сюрпризов нет. Ну то есть те самые ампулы, да, которые нашли в машине Свиридова и в доме Карцевых? Да, состав идентичен. Ладно. Что по моим костям? Твои кости пока при тебе. А вот по тем, которые ты выкопал вчера, данных мало. Женщина молодая, 23-25. Угу. Умерла года полтора назад. И причину смерти ты, конечно, не назовешь, да? Голова не пробита, шея не сломана. Остальные варианты приемлемы. Выбирай на вкус. Да я думаю, все тот же передоз. Ну, наркотики так долго в костных тканях не держатся. А ты чего вообще это решил? Ну, есть некоторые соображения. Поеду. В полицию за разрешение, в морг, потом на кладбище. Я с тобой поеду. Да ну нет. Ты что, зачем тебе дергаться? Я сам управляюсь. Это мой сын, я его не спас. Так хоть помогу проводить по-человечески. Как знаешь. Давай Женьку с собой возьмем. Чего тут сидеть, бабушкин вой слушать? Да, лучше, пускай она в морге сидит. Нет теперь девочки, ни матери, ни мачехи осталось. Одна нечестная бабка. Сидела с нами за одним столом вчера, а потом поехала убивать Петю. Что это за человек, а? Нет, нет, она же не нарочно. Они, видно, вместе укололись. Дозу не рассчитали. Я даже не знал, что с Зойнерком. Ничего ты о ней не знал. А Миру она тоже не нарочно? Нет. Она не могла. Надо было Петю пораньше в клинику положить. И ее заодно. Не доглядел я за ними.
Да бред, конечно. Зоя все время наблюдалась в клинике. Если бы она была наркоманкой, это не пропустили бы. Ну, Мира точно была? Да, Мира была, и именно это ее связывало с Петром. Мадам Смолиная уверяла, что ничего не знала про наркотики Миры. Но явно врала. И даже испугалась. Так испугалась, что поехала могилку проверить. А вот почему ты решил, что эта безымянная девушка умерла от передоза. Да, когда Нона услышала про наркоту, она очень сильно занервничала. Слушаю вас, и башка пухнет. Ты спрашивал про наркоманку Миру, которая умерла только что и не от передоза. Нона испугалась и навела тебя на труп девки, которая умерла черт знает когда и от передоза. Ты сам, Павло, запутался. Это, может, Нона запуталась в своих девках? Да нет, для Ноны-то все очевидно. Это мы или чего-то не знаем, или путаемся. Вень, ну-ка проверь, меняла ли наша Мира документы. Делается. Паш, ты показывал фотку Миру ее жениху? Не успел показать, он убежал на урок. Ну так отправь сейчас. Распродажа! Молодые люди, не проходите мимо! Ну завесь, мамаш. Здрасте. А кто это? Что она сделала-то? Да черт ее знает. Ориентировка с области пришла. Ну что, вытаскивай. Есть контакт. Мира, кажется, уменяла паспорт. Как вы догадались, Татьяна Григорьевна? Я тебе больше скажу. Меняла 2 года назад. Да, почти. Прислали скан старого паспорта. Ничего, вроде похоже. Нет. Что нет? Ну, в смысле, Мира – это не та Мира. Рогов по фото ее не узнал. А фото настоящей Миры у него нет? Есть, вот. Она? Да, тут без вариантов. Ладынин слушает. А? Понял. Паш, взяли твою Нону в 100 километрах от Шейна. Уже сюда везут. Это что, капельница? Зачем? Доктор назначил. Для детоксикации организма. Это от наркотиков? Я что, наркоманка? Ну, Анна Альбертовна, надеюсь, вы не собираетесь нас убеждать, что про могилку в лесу вам ничего не известно. Вы нас этим очень расстроите. А если не буду убеждать, вы мне это учтете? Не только мы учтем, но и суд, которого вам в любом случае не избежать. Кем была эта женщина? Работала у меня. Бывшая официантка, наркоманка. Жених нашел ее у вас, после этого бросил. И звали ее Мирослава Гнутова. Кто убил ее? Дурь. Во всех смыслах. Передозировка? Это прямо у вас произошло? Ну да, к ней как раз эта девка притащилась, стала выпытывать, где она наркоту свою берет. Почему-то ей именно это нужна была. Синяя ампула. Ну-ну, дальше. Ну, Мирка прямо при ней ширнулась и кони двинула. А девка это мне сделку предложила. Я прячу труп. Она забирает Миркины документы и квартиру мне переписывает в Погорске. Так поэтому вчера вы были с риэлтором? Вы это с ним вместе провернули? Она переписала свою квартиру на него, он ее продал. Деньги мы поделили. Вот и все. А после того, как я спросил, не была ли Мира наркоманкой, вы испугались. Вдруг мы раскопали ту настоящую и поехали проверять. Как звали эту девушку, которая забрала ее документы? Понятия не имею. Денис квартиру продавал, он должен знать. Как его найти? Это в суде тоже зачтется. Вам лучше? Да, и в голове как-то светлее. Ну и хорошо. А что теперь со мной будет? Это будет решать полиция. О, Паш, привет. Ой, привет, Надь. Ты Смолиной допросил? Как мы... Не зря следили? Ты даже не представляешь. Конечно, не зря. Надь, это моя благодарность тебе. Сертификат, но я же не знаю, какие духи ты любишь. Поэтому спасибо тебе. А помните, ты обещал ресторан? Мне только что звонили из больницы. У Зои в крови обнаружили сильное психотропное вещество. Как она?
Уже ничего, ее почистили. Везут к нам в КПЗ. Я хочу квартиру к ней съездить, осмотреться. Я тогда еду искать риэлтора. Давай. Ага. Надь, ну видишь, какая у меня карусель из-за этого дела. Как закрою, я с удовольствием тебя приглашу. По-дружески. Ладно. Ясно. Пошел. Вообще никакого воспитания. Эй, болезная! Тебя за что сюда? Не помню. Не тратите. Может, вспомните адрес той квартиры в Погорске? Какой? Ну, той квартиры, которую вы получили за то, что закопали в лесу труп Миры Гнутовой. А что ищете? Наркоту? Все ищем. А что, думаешь, тут может быть наркота? Не думаю. Тут живет училка, все тихо, спокойно. Ну да. Тина, я там в ванной таблетки нашел. Ага. И у меня такие же. Ага. Это, похоже, те самые легкие транквилизаторы, которые доктор прописал. Отвези сейчас в лабораторию и сразу же проверь. От легких я его так не накрыл. Ну, поглядим. Алло, Паш, ты уже в управлении? Надо к Зое зайти и кое-что выяснить сейчас. Вспомни. Вспомни. Да вспомни, ты уже и заткнись. Вспомни. 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 Вспомни Зою, пожалуйста. Постарайся. Ты помнишь его? Помнишь Олега? Он приходил сюда? Приходи к Олегу. Добрый день. Добрый. Зоя Владимировна, как вы себя чувствуете? Ничего, спасибо. Мне Татьяна велела вспоминать. И это правильно. Я надеюсь, вы скоро отсюда выйдете, поэтому у меня будет к вам два очень коротких вопроса, но срочных. Да. Скажите, где вы берете таблетки и как часто принимаете? А, таблетки мне Глеб дает. Глеб Ашарин, ваш психотерапевт? Да. Надо каждый день пить. Но я, честно говоря, две недели уже не принимала. Я подумала, что я могу без них. Во, придурочная, ей колеса дают на шару. Прошу прощения. То есть, точно? За две недели ни одной таблетки? Да. Я, правда, уже очень много вспомнила. Очень много. Но вчера дома мне стало плохо. Значит, без таблеток мне все-таки нельзя.
Хороший, конечно, у нее доктор. Легкие транквилизаторы. Такие легкие, что крыша едет на раз. А самое интересное, что очень похоже по составу на нашу любимую наркоту в ампулах. У меня сейчас у самой крыши поедет. Дыши ровнее, мы вышли, что проветриться. Дыши и думай. Значит так, что мы теперь знаем? Риэлтор Комаров получил квартиру в Погорске от некой Веры Коломницы. Хорошо. Жила-была в Погорске Вера медсестра. Полюбила Олега Свиридова, рождала от него ребенка. А он жил тут, в Шейне. Да, работал на Петра, наркокурьером. 2 года назад его чуть не взяли. С грузом он пропал. Вера об этом узнала, и от потрясения у нее случился выкидыш. Это вероятнее, чем аборт. Ну да, согласен. Вера поехала за Олегом в Шейн, пошла по следу синих ампулы и вышла на Петра Карцева. Да. Тут ей подвернулась проститутка, которая очень вовремя умерла от передоза. И Вера Коломницова стала Мирой Гнутовой. Теперь ее никто не мог связать с Олегом, и она начала подбираться к Петру. Но подобралась к Антону, который искал сиделку для отца. Вошла в дом Карцевых, отбила Антона у Зои, которая и так после абортов была уже, ну, не в себе. И главное, подсадила Петра на наркоту. Видимо, надеясь, что под кайфом ей расскажет про Олега. Но параллельно искала Олега у дилеров. И на даче прятала номера телефонов и ампулы. Да. Прятала в каморке у Зои. Даже почерк ее подделала, чтобы никто не мог на нее подумать, если найдут. Все, хорошо. Это все понятно. Тогда кто травил Зою? Ну, допустим, Мира могла, да? Но Миры вчера уже не было в живых, а Зои опять что-то подсыпали. Это не единственный вопрос, Паш. Зачем Олег приходил с цветами к Зое? Я ошиблась, никакого раздвоения личности у нее нет. Значит, романа с Олегом у нее не было. Зачем Олег, работая на Петра, таскался с цветами к жене его брата? И, наконец, почему Петр бодяжит и продает наркоту, а сам при этом страдает от ломки? А с чего мы взяли, что наркобарон именно Петр? Тебе так сказал дилер. Дилер. После драки с Петром он кому-то звонил. А что, если это и был настоящий барон? Ты знаешь, очень удобно бодяжить наркоту при клинике. Да. И там же делать веселые таблетки для бывшей жены. В точку, Паша. Смотри, кто у нас тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите наши соболезнования. Спасибо. Мы за разрешением, чтобы получить тело из морга. Конечно, разрешение готово. Поднимитесь наверх. Мой помощник, лейтенант Кобалевский, вам его выдаст. Допрашивать нас не будете? А он как раз допросит. Это же формальность. Причина смерти вашего брата установлена. Ага. Да, спасибо. Лейтенант Кобалевский. Да. Спасибо. Алло, Вень, слушай меня внимательно. Сейчас к тебе придут Карцевы. Допроси их, долго допрашивай, задавай много вопросов, медленно записывай, разведи, короче, бюрократию. Выдержи их подольше, пожалуйста. Хорошо? Давай. Ты хочешь отвезти ее туда? Да. Хорошая идея. А я тогда в клинику Карцева. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Подпишите вот тут. Ну что, удалось что-нибудь вспомнить? Немного. В ту ночь, когда Миру убили, она приходила ко мне. Отлично. Сейчас поедем на дачу, все вспомним. Спасибо. Поехали. Добрый день. Вы к Антону Львовичу? Нет, к вам. Соберите, пожалуйста, всех сотрудников клиники. Здесь. Прямо сейчас. А пациенты пусть подождут в кабинетах. А, хорошо. Угу. Всем сотрудникам срочно собраться в холле. Только сотрудникам. Проследите, чтобы никто не говорил по телефону. И не писал сообщения, пока мы здесь. Вас это тоже касается. Пойдемте. Что случилось-то? Телефоны свои положите на стойку, пожалуйста. Добрый день. А, здравствуйте. А мне туда совсем не надо? Не, вам туда не надо. Дело в том, Лев Федорович, что в таблетках Зои Карцевой обнаружено мощное психотропное вещество. И совсем не тот препарат, о котором вы мне говорили.
Я ничего не... Не знали? Да я думаю, знали. В любом случае, вы задержаны. И в ваших интересах помочь следствию. А, например, показать подпольную лабораторию. Да мы все равно ее найдем. Просто я хочу дать вам шанс. Тебя отпустили? Женька, малыш мой. Убью. Бабуль, ты чего? Своими руками убью, тварь! Спокойно, вы никого не убьете. Анна Андреевна! Она моего мальчика! Анна Андреевна, она ничего не сделала вашему сыну. Она не виновата, вы слышите меня? А кто виноват? Мы как раз приехали, чтобы это выяснить. Это здесь? Да, но ключей у меня нет. Да я думаю, обойдемся. А, позвольте. Давай, ломай. На стоянку машину ставить не буду. Оставлю тебя здесь. Там дело на пару минут. Да, да. Так что, все-таки на стоянку? Передумал, потом заеду. Вызывай группу. Криминалистов, понятых, короче, всю банду. Понял. Шеф, я тут в окно видел. Какая-то машина подъехала. Постояла секунд 5, а потом резко рванула. Что за машина? Какая марка? Да я не разглядел. Серый седан. Вы что-то ищете? Может вам помочь? Женечка, мы сами. Женечка, сейчас очень важно, чтобы маме никто не мешал. Анна Андреевна, поднимитесь, пожалуйста, наверх. И очень прошу вас, никому не сообщайте о том, что мы здесь. Ладно. Зоя, давайте попробуем вспомнить что-нибудь одно для начала. Например, как вы пытались покончить с собой? Сейчас. Я спустилась по лестнице. И вышла на кухню. Родная, прости. Ну, прости. Это ошибка. Ну, не плачь. Успокойся. Выпей водички. Пойдем спать. То есть, Антон дал вам попить. Вы отключились прямо здесь, на лестнице. И выходит, что после этого... порезали себе вены. Прямо во сне? Не знаю. Получается так. Тише, родная, тише. Скоро все закончится. Ты никогда никому ничего не скажешь. Антон, а ты чего здесь? О, Господи. Мира, помоги. Зоя пытается покончить с собой. Вызови скорую скорее. Зоя, вспомни, пожалуйста. Постарайся. Ты помнишь его? Помнишь Олега? Он был здесь? Приходи к калитке.
лицо, я хорошо. Дальше. Черт. Ладно. Зоя, вы молодец. Давайте сейчас вернемся в ту ночь, когда вы видели Олега. Это было здесь? Да. Вот в этом окне. Прям точку покажите. Ну, вот здесь. Угу. Отлично. А вы откуда на него смотрите? Отсюда. Угу. Хорошо. Зоя, закройте глаза. Вспомни. Вспомни. Эти камни. Иди наверх. Нам с коллегой надо поговорить. Иди, Зоя, иди. Как хочешь. Ну или я тебя сдам и всю шарагу твою. От Антона Львовича. Только смотрите аккуратно, я уже поранился. Ой, так вы зайдите. Надо же помыть. Антоша! О, Господи, Боже мой, да что же это? Надо скорую. Антоша! Господи, что же это такое? Тут же нужно скорую срочно. Олег стоял тут, Антон ударил его вот так. Олег упал головой сюда. Я подбежала вот сюда. Зоя, я понимаю, как вам сейчас больно. Я не верю. Я не верю все равно. Черт, Зоя, надо уходить. Есть второй выход? Да, из окна. Или можно на дерево с балкона, а с дерева сразу на улицу. Так Петька, мальчишка, убегал. Видимо, он так вылез, чтобы мир убить. Пойдемте. Кто, Петя? Да нет, пойдемте, Зоя, надо уходить. Я без Женьки никуда не пойду. Он ей ничего не сделает. Пойдемте. Кому ничего не сделать? Татьяна, здравствуйте, Зоя, привет. А ты чего такая бледная? Что случилось? Антон Карцев, вы задержаны по подозрению в убийстве 3 человек. И что дальше? Берите ружье, он может ее поранить. Надеюсь, не только поранит. Бросьте пистолет. Вот и хорошо. Теперь давайте выйдем отсюда тихо, мирно. И отъедем куда-нибудь в другое место, чтобы никому не мешать. Даже если вы нас убьете. Тихо, я сказал. Мам, там папа приехал, что ли? Можно выходить? Жень, нет. Ты посиди еще немножко, я скоро за тобой приеду.
Лев Борисович, скажите, пожалуйста, если не секрет, а почему вы желаете смерти Зои? Я хочу, чтобы она ответила за Миру и за Петю, если вы не можете доказать ее вину. Да, не могу. Но могу доказать вину Антона. Это он убил Петра и Миру. Хватит все слушать, давайте садитесь. Мира была невестой Олега Свиридова. Она пробралась в ваш дом, чтобы найти убийцу. Думал, на Петра это был Антон. Он убил ее, как только все понял. Ну, а Петю... Просто он начал ему мешать, Мира подсадила его на наркотики. Он стал у вас товар таскать, да? Давайте машину садиться. А вы, Лев Борисович, не знали, что ваш сын торгует наркотиками и производит их? Заткнитесь обе в машину! Подожди! Пусть заговорит. Вчера Антон решил убить двух зайцев. Поил перед отъездом Зои, зная, что через час она вырубится. Потом приехал к ней, нашел ее без сознания и отправил к Петру. Видимо, сказал ему, что она обдолбалась и побудет у него. За это дал ему дозу, слишком большую. И готово. Брата нет, бывшая жена за решеткой. Ты бы этого не доказала, даже если бы тебя оставила в живых. Прекрасно бы доказала. Да, камеры вы разбили. Но вашу машину отследили и у дома Зои, и у дома Петра. Моего брата. Не надо. Не надо. Папа не выстрелит, не беспокойтесь, он не сможет. Да, па? А вот я смогу. Антош, пожалуйста! Нет, пап, не нажмешь. Еще как нажму, сынок. Мама! Мам! Мама! Мама! Женька! Женька, малыш! Женечка! Руки за спину! Спасибо, Паш. Пожалуйста. Господи! Да. Лёва! Ой! Лёва! Ой! Давай! Давай, милый! Давай! А я не понимала, почему врачи в больнице меня про таблетки расспрашивали. Да, по сути, он устроил вам медикаментозный аборт. Ну и зачем же так-то? Развелся бы лучше. Он, видимо, собирался. Вы стали свидетельницей убийства Олега. По-хорошему, он должен был убить вас, но не решился. Предпочел вас держать на препаратах. Под присмотром своего врача. Препараты. Да. Чтобы вы ничего не вспомнили или вам никто не поверил. Ну да, я же чокнутая. Когда появилась Мира, он все-таки решил от вас избавиться. Опоил и порезал вам вены. А я думала, я сама. А Мира меня нашла. Да, сорвала ему план. И не помнила ничего из-за таблеток. Если бы не бросила их тогда пить, то, наверное, не узнала бы Олега на фотографии. Но вы узнали. Мира начала вас трясти. И вот ее уже он не пожалел. Простите. Я правда ее любил. И его. А я сама виновата, надо было давно догадаться. Что... потухла, а я все надеялась на что-то. Прыгала, как собачка, плясала вокруг него. Зачем, когда уже нет огня, одни угли? Такие вот танцы на углях. Вы много пережили, Зоя. Главное, что пережила. А теперь я могу быть свободной и сильной, как вы. А вот мне уже иногда не хочется быть такой свободной и сильной. О, Паш, ты еще сидишь? Тебе шеф отгул дал, гулял бы. А рапорты сами себе напишут? Да мне все равно дома делать нечего. Разве что в потолок плевать. Угу. А Светлова отгул взяла, нашла, видно, что делать. И что? Ну и то тормоз ты, Паш, пригласил бы ее там, то все. Здрасте. А кто мне велел держаться от нее подальше? Ну, Паш, мы же думали, что ты такой обычный, ну... Тюфяк. Спасибо.
Ты ого-го оказался, ты укротитель акул. Если ты ее не приручишь, она так и останется. Неприрученный, Паш, неприрученный. О. Ко мне какое-то дело, Татьяна Григорьевна? Да, товарищ капитан. И какое у вас ко мне дело? Ответственное. Хочу пригласить вас куда-нибудь. Ну, не знаю, не знаю. Я подумаю. Подумайте хорошенько, товарищ капитан. Санек, ну что, нарисуешь мне слоника? Нет, я медведика. Ах ты мой медведик. До завтра. До свидания. Всего доброго. Пап, я не хочу уходить. Да что ж с тобой делать? Давай еще останемся. До свидания. Других детей в детский сад не загонят. Ну, пожалуйста. А тебя домой не уведешь. Ну, пойдем. Уже качаться. Пошли домой. Пойдем. А как сама?